Всем стрим-стрим, повторный. Вот что значит, не постримил полнедельки, тебя уже все забыли. Все, все, никого нет, никто не смотрит, никто не приходит. Ну да, я на час, конечно, запоздал с трансляцией, как обычно, но все равно можно же было для приличия прийти. Я не знаю, почему у меня какие-то проблемы, короче, с настройками чего-либо. У меня снова почему-то нельзя выбирать качество, что вообще-то должно быть. И во-вторых, я не, все еще не могу на YouTube стримить. После нашего праздника, так сказать, где мы сидели и смотрели телешоу, скорее, у меня, ну, видео одно заблокировали, получается, во всех странах. Ну, вроде бы один видос, ничего страшного, правильно? Но почему-то после этого я больше не могу туда транслировать. Это прям какая-то фигня. Не знаю, может быть, конечно, рестримерский сервис, который я использую, нихера не работает больше, но это что-то странное. Я боюсь, что вдруг на Твиче, типа, тоже какие-нибудь ограничения введут у меня и... Пипец, приехали. Да, не знаю. Может быть, лучше не рисковать тогда, или типа того, не знаю. Ну, в общем, в любом случае, никого нет. Битрейт стабильный, все хорошо. И сейчас я начну, в любом случае. 100% допройду этот эпизод, и, скорее всего, начну следующий. А может быть, запущу по приколу Капитан Спирит этот. Captain Spirit. Вот, поприветствуем поезд, который прямо сейчас у нас пройдет. Я пытаюсь найти хоть какие-то данные, получается, почему не могу менять качество на трансляции. Это типа херня какая-то. Непонятно мне, почему так случилось, что с Ютубом тоже непонятно. Ладно, похер, я, короче, начинаю, все понимаю. Это все лирические ненужные отступления. Но, в общем, все, погнали. Life is strange, Life is strange. Да, жизнь и правда довольно странная, и поэтому я многих вещей просто не понимаю. Да, мои тупые волосы. Я скоро подстригусь, не бойтесь. Я найду нормальную парикмахерскую и сделаю это. Пойду на этот шаг. Я переломлю свою фобию стрижек и сделаю что-нибудь прикольное. Так, я ищу игру. То есть запускаю. Так. Текс. Я что, я ослеп немножко, что ли? А, вот же она. Life is strange before the storm. Ладно, продолжим смотреть на психопатных девчонок, которые разбираются в своей жизни и гребят их, как хотят. Что может быть прекраснее? На этом примерно все телешоу и строятся. Всякого украинского телевидения и, ну, знаете, такие грязные, как пусть говорят и тому подобное. Где всяких 16-летних беременных девчонок разбирают и похожий случай. Так, сейчас я растяну на весь экран. Вот. И начнем. Square Enix представляет Deck Nine Studio Production. У вас-то на весь экран, а у меня нет. Вот я и ищу прогу. Жесткий огонь, жестко выглядит. Музыка охеренная. Все очень-очень здорово. Сейчас разыграемся. Зашибись будет. Что-то свет по глазам долбит. Странно. Вроде бы перестало. Может, не могу убавить. Или это что, минимум? Нет, можно немного. Ладно, так сойдет. Да, походу, я на всю вырубал зачем-то. Чтобы что-то проверять или типа того. Так, все, быстрее, где? Вот он, это прога. Все. Life is Strange, развернуть, убрать рамку. Сторонний софт, получается, короче, я его использую, чтобы рамки убирать у прог.
и разворачивает на весь экран. Эпизод 2, о дивный новый мир. Короче, закончилось, что-то там уже забыл половину. Ну ладно, погнали, в любом случае продолжить. Мы стали помешаны на иллюминате, везде мы рисовали иллюминатов и все такое. Чувак, у тебя тут саниной воняет. Заткнись. Тяжелая ночка выдалась, что ли? У меня каждая ночка тяжелая. Там где-то сзади валяется записная книжка. Притащи мне ее. Лады. Что это было за... Боже, полегче, чел. Я не знаю, почему я так читаю, но у меня прикалы. Принеси мою книжку, пожалуйста, мисс. Да, закончилось, что мы пошли к Фрэнку, который нас позвал и приехал за нами. Теперь приношу Фрэнку его вещи. До чего же я докатилась в своей гребаной бесполезной жизни? Стоп, у Фрэнка есть щеночек? Серьезно? Doggy Help, сайт помощи животных. О, блин, психолог Рэйчел с этим бы... Ой, как повеселилась. Мечтаю... О значении облаков. What age will dog eat stick? Вот в каком возрасте собака ест палочку для зубов? Крутая музыка. Короче, бля. Черт, лесопилка загорела. Так, Фрэнк, я вернулся назад к чему-то. Лучше бы я этого не делал. Я, блин, в шоке. Все сгорело. Полная разруха. Не могу перестать думать об этом. Собаки не сделали это. Просто 10 тысяч исчезли, как ни в чем не бывало. Плюс какие-то, короче, дополнительные заработки, которые к нам идут. Статфиз. Не понимаю, не очень. Вся, короче, команда будет просто охреневать от всего этого. Сейчас я должен вернуться. Из-за этого с моей гребаной потерей репутации. Я не могу думать сейчас ясно об этом дерьме. Я просто хочу найти, кто начал огонь и сжег, изжечь ему его чертово лицо. Фиг, какая дорогая собака. Фрэнк, ты любишь собак? Я думаю, ты полюбишь. Эта собака особенная, мужик. Покупатель Кали хочет его, и я сказал, отвали нахрен, забери свои 3000. Я сохраню его для моего дружка Фрэнка. Куда 5 качеств пропал? Чел, я сам не знаю, почему, что за херота, пропало реально качество. Ну, типа, хер знает. Вот, значит, что отошел на пару дней от своего канала, все уже сломалось. Хер знает, я даже рестрим пробовал убирать, у меня YouTube почему-то перестал. Я попробовал через рестрим штуку, через напрямую, качество выбирать нельзя, сам в шоке. Если ничего не смогу починить, начну писать письма, короче, в поддержку или типа того. Как-то с этим разбираться. Видимо, Фрэнк тратит на это пса сотни и сотни долларов. Выглядит как органы какие-то в холодосе. В первой части уже вроде тоже был этот фургон. Сам в шоке, сам не рад. Сейчас сколько сидел, просто пытался перезапускать. О, приветик. Я уже забыл, о чем нас Фрэнк попросил. Все в порядке, малыш. Маленький щеночек. О, черт. Пампиду, иди сюда. Пампиду. Какой жирненький. И злой, как дьявол. Жесть. Низкополигональный. Элиот, может прогуляемся после бури? Буря будет офигенно. В смысле, офигенно плохо. Будет очень смешно. Эй, не переживай, что тебя отчислили, лан. Чувак, я в порядке. Мне вообще похер на эту учебу. Я вообще самая умная. Че это, наркотики? Че это за... Или блевотина собаки? Че это такое? Снег? Это, наверное, та записная книжка, которая нужна Фрэнку. Точно, он у нас книжку запускную попросил.
Взять. Где? Ну, взять. Чё у тебя? Пса завалить можно было в оригинальной игре. Чё за такое вспоминается? О, блин, я в зоне риска. Это должники. Ну, она не так уж и много, в принципе, должна, но на ближние. С кого будут брать? Время выяснить, что же Фрэнк хочет обсудить. И он хочет обсудить, как глубоко ты будешь возвращать ему его денежки. Так сказать. Фрэнк его лучший друг. А какая милота. Они как братья похожи. Оба обкурыши какие-то. Чё за стул? Трон достойный Фрэнка. Собачья миска. Видимо, Фрэнк наконец-то отказался от идеи со стейками. Причем стейками только кормил пса. Охереть. Это жестко. Ого, это подушки совсем крант. А, это подушка? Гибкое хлесткое орудие смерти. А взять можно? Что, нельзя ножик взять? Зачем нас позвали? Зачем я вообще осматриваю всю эту еду? Что можно взять просто? Что ж, не откажусь. Что это, бабосы? Наркота? Даже не думай. Блинский? Ну и перевод. Кто-то говорит вообще блинский до сих пор. Кто говорит блинский в натуре? Бир, ТП, милк, пивас, молоко и что-то там ТПшка. Дом, работа. А что делать надо? Граффити? Ну давай, работа. Привет, 6Trapper9. Давно не виделись. Ну как давно? Хотя я даже не помню. Я кому-то не было полжизни. Видишь, вернулся на канал, тут ни качество уже менять нельзя. Ютуб так и подыхает. Вообще непонятно, что происходит. Надо разбираться будет. Компуктер. Так, ну я за ним посидел уже. Кепка. Фрэнк тоже пережил Адвелл. Кто бы мог подумать? Бигфутс. Квитанция. Ох, блин, надеюсь, с Аргусом и Баузером все хорошо. Стейк. Лосс. Не очень понятно. Не понимаю. Не буду париться. Борис, бла-бла-бла. Закон штата Орегон об обыске и конфискации. Ваш путеводитель к пониманию принципов действия ордеров на обыск, а также способов защиты своего имущества. Неважно. Все, базарим с Фрэнком. Привет, Фрэнк, это она. Присаживайся, пожалуйста, будь добра. Помпиду, да? Суровая кликуха для такой миленькой собачонки. Она французская вообще-то. И как это переводится? А переводится как крепкий орешек или что-то такое? Я что, похож на человека, который говорит на етицком французском? Ладно, так что это была за женщина? Как же она ноги-то расставила, которая выходила из твоего трейлера? Ах да, я собирался вас представить. Блин, девушка поскромнее. Ее зовут... Не лезь не в свое чертовое дело, девушка. Ну, по приколу давайте потребуем, раз мы уже совсем поехавшие. Рэчи захотела бы разузнать побольше. Зуб даю, что смогу убить Фрэнка, что не будет ничего страшного, если он мне расскажет. Чувак, да мне просто интересно, что за секреты от меня вообще? Я почти тебе баба. Дурында, я зарабатываю деньги не тем, что языком треплю налево и направо. Ты чего не обещал? Я не продам себе кредит доверия. Кредит доверия? У меня его нет. Ну охренеть, Фрэнк, думаешь, я никогда ничего не скрывала? Я же подросток. Ну хорош, Прайс, мне нужно защищать своих клиентов. Довольные покупатели. Основа успешного бизнеса. О, основа отношений с сон про облако. Это зря, наверное. Знаешь, мне тут недавно приснился сон о том, как Аркадию Бэй поглотило облако. Типа ему снилось облако, вот. И она такая, про это можно сказать. Тебе тоже? Мы так похожи. Видишь, мы похожи, Фрэнк. Между нами много общего, между нами искра. Ты не понимаешь, мы все серьезно. Ну да, наверное, но что ж ты так зависла на этой тёлке? Просто завися, какие мы чувствительные. Вешай со скулки. Просто зависаю, пускай. Это не так, я просто зависаю с другом. Другом, о котором я не так уж много знаю. Расскажи, дружище, Фрэнк, встречался в последнее время с девушками или ты ждал меня? Я не знаю даже. Фрэнк, расскажи, я уломаю маму приготовить тебе что-нибудь особенное. Да, например, как насчет ее огненного чили? Забились? Женщина, которую ты видел, ее зовут Сара. Она объявилась пару недель назад и теперь доставляет разным людям
кучу неприятностей. Кому, например? Не твоего это уровня дела, понимаешь меня. Но какие именно неприятности? Забудь, Хлоя, надо было мне держать рот на замке. Зря я тебе сказал. Спасибо, что рассказал хотя бы это, дружище Фрэнк. Да ладно тебе. Слышала, что лесопилка сгорела? Да, я ее сожгла к херам вообще-то с подружкой. Мы набухались украденного вина и сожгли ее. С ума сойти можно. Ей заправляет мой друг Дэймон. И вчера он потерял целую кучу бабла. А ты как? Потерял что-нибудь из-за пожара? Я волнуюсь за тебя, Фрэнки. Нет, но я, скорее всего, откажусь в том же дерьме, с которым сейчас разбирается Дэймон, понимаешь меня? Последнее время он занимается вещами, которые мне не по нраву, но... Кажется, он уже не так сильно ценит мое мнение, как раньше. Но ладно, у нас с тобой есть что обсудить. У меня футболка была с твоей игрушкой вообще-то. Ну, в игре. То есть, 75 баксов. Чего? Деньги, которые я тебе должна. Раз там не 100 с чем-то было, 175. А, точняк, понял. Не, на этом не настраивать. Да? Ну ладно. А, может мне возвращать? Ха-ха, какой-нибудь побогаче. У тебя разве нет клиентов побогаче, к которым можно прикопаться? Вот уж, блядь, надеюсь. Ой, извиняюсь. Вот и хорошо, поскольку мне нужно все, что у меня есть. Настоящая заноза. Но у меня сейчас проблема посерьезнее тебя. Откроем мою записную книжку на последней странице. Как же они много говорят, там должен понадобиться пацан по имени Дрю, знаешь его? Дрю Норт, ага, он. Охренеть, это же целая куча баблинского. Дрю толкает колеса Оксимирона для Дэймона. Походу, футболисты жрут его как шоколадки. Ну, думаю, это весьма разумно. Много платят, а вообще по балбу? Нет? Вперед, бигфуты, как говорится. Проблема в том, что Дрю торчит мне косарь и не отвечает на звонки. Знаешь, что с ним творится? Нет, я с ним не общаюсь, вообще с такими, как он. Я вообще не понял, о ком речь. Не греби всех под одну гребенку, Прайс. В общем, в чем суть? Я везу тебя в Блэквилл. Пойдешь в комнату Дрю, найдешь бабки, а потом встретимся, чтобы я их забрал. Будешь отрабатывать. Ты справишься? Что мне за это будет? Да, конечно, но что мне за это будет? Какие мы предприимчивые. Дурында, ты мне все еще торчишь бабки вообще-то. А если я соглашусь, то мы будем в расчете? Какая хитрая. Да, даже лучше. Я отдам тебе 10% улова. Ни хрена себе, о какой сумме идет речь. Ладно, хорошо, я согласна. В Блэквилле. А меня же изнасилуют там в Блэквилле. Этот негр за то, что я приду. Меня же выгнали к херам. Могут возникнуть трудности. Я не должна находиться в Блэквилле. Меня отчислю вообще-то сегодня. Даже сегодня. День дня не прошло. Я думал, ночь прошла ведь. Мои поздравления. Да, ночь прошла ведь. Но тебе все еще туда проще пробраться, чем мне. Если ты с этим не справишься, Прайс, я прикончу тебя. На $100 ближе к тому, чтобы уехать из Аркадии, бэй. Если немного подзаработать и починить машину, мы с Рэйчел правда сможем. Сможем навсегда любить друг друга за этим городом. И никто нам в этом не помешает. Я готова, Фрэнки. Вот и чудесно. И поехали мы снова в школу, снова учиться в Блэквилл, наш любимый Блэквилл. Вот. Такие дела. Как дела, шестрэпер, ты тут вообще? Ты вообще любишь Life is Strange или чё? Чат, вообще, вы чё вы думаете о Life is Strange, кто-нибудь? Давайте я не буду в одиночестве, будете писать, а? Пожалуйста. Так, главное, чтобы нигер нас не нашел. Ну, думаю, что так быстро сюда доберусь. Простите, афроамериканец. Конечно же, да. Какие модные штанцы. Ну, была не была. Сейчас все будут спрашивать, ты что тут забыла вообще? Ты что сюда пришла? Ты что, вещи не забрала? Речь упили? Ой, не успел прочитать. Снова в школе. Тут расставили палатки для гримерок. Сама чем занимаешься? Я тоже тут занимаюсь одним дельцем для своего торгаша. Да ты что, плохишь? Придешь, когда закончишь? Да, конечно, моя сладенькая. Кстати, я видела ту женщину, что была с твоим отцом, выходящей из фургона моего торгаша. Чего? Похоже, она доставляет кучу проблем разным людям или что-то типа того. Ее тип Сэра зовут. Рэйчел? Я думаю, мне бы не хотелось узнавать ее имя. Прости.
Ничего, все в порядке. Мы все испортили. До скорого. Играем за тупую девку, как говорится. Так, Чувиха, я узнал, что тебя отчислили. Плохие новости? Это кто вообще? Такой Джестин. Ты имеешь в виду хорошие новости? Я кайфую сейчас. Я тоже думал, меня вчера все-таки спалили на том, что от меня пахнет травой. Мама заставляет меня ходить в ее литературный кружок. Ох, блин. Че, кто это такой? Нужно поспешить и попасть в общагу. Брошюра? Ладно, мы слишком спешим. Нужно подумать. Будут комментарии? Нет, побежали. Поторопились, так как говорится, и пора бежать. Стеф, побазарить. Нихрена себе. Эй, Стеф, ого, привет, Каламасти. Как же привязался-то, кликуха? Не ожидал увидеть меня на свободе? Я говорил, что Уэлл собирается тебя приезжать. Привет, Оазис 321. Кстати, ты сообщение не успел. Обычно я стараюсь не лезть в глупые решения других людей. Мужчина, господи, что начинается? Я пропащий человек. Вот ты попался, ведь я самый яркий представитель пропащих людей. Прогуливание занятий с Рэйчел Эмбер, правда что-то есть? Ну, да, вообще-то есть что-то. Так, что ты здесь делаешь-то? Что ты тут забыла? Просто выполняю поручение. Смотрю, бурю. Выполняю. Просто надо забрать кое-что у кое-кого, кое-зачем, кое-как, кое-когда. Это для друга. Теперь мне действительно интересно. А чем ты занята? Для чего это все? Вся эта шапка, все эти косы. Я готов к сегодняшнему представлению Бури. Точно, думаю, я это знал. Как ты? Ну, я типа нормально, держусь. Твоя поддержка мне помогает. Ну чё, ёпта, как тебе МСК? А ты чё, украинец, Оазис, или ты полурусский, полуинглишмен с буковкой I? Можно увидеть всех с абсолютно другой стороны, особенно парней. Привет, Мугиварч. Одну секунду. Я заинтригована вообще-то. Ладно, я заинтригована. Продолжай, украинец. Прикольно. У меня межнациональный канал уже. Например, Хайден ужасно надоедливый, но, надевая корону, он действительно похож на принца. А Нейтан в роли Калибана. В нем столько глубины. Ага, глубины. Ты любишь глубоко у него, да? Ну ладно, удачи тебе с этим, может, увидимся позже. Ну чё, ёпта, как тебе МСК? Эй, я хотел у тебя кое-что спросить. Валяй. Я тут думала подкатить к Рэйчел, но только если вы с ней не встречаетесь. Да господи, они тут сели, лесбиянки, что за... Что у них со школами происходит? Подкатить? Да уж... Москва. Я о том, что это дело Рэйчел, а может и ваша с Рэйчел, но если бы ты не против мне рассказать... Ох, чёрт. Думаешь, что встречаешься? Блин. Я не уверен, и думаешь, мы встречаемся? В смысле подписался? Что за херня? Когда? Почему уведомления не приходят? Что с моим каналом? Почему все так некрасиво? Когда? Кто? Где? Не вижу. Господи, реально есть уведомления. А у меня алерты почему-то не срабатывают. Хотя они даже озвучиваться уже должны. Добро пожаловать на канал. Это как будто, знаете, песня была как... Текст песни Lil Peep'а, его ник, это прям даже прикольно. Лесбиянки — это норм. Ну, спасибо, что указал мне, что кто-то там подписался. Вот. У меня 70% знакомых би, хз, плохо это или нет. Да, наверное, нормально, может быть, ты в процветающем цивилизованном обществе. МСК, как мне, МСК вообще охеренно, мне, ну, типа, понравилось. Сама выставка, на которую я по работе ехал, не очень, ну, то есть там слишком все техническое было, ничего тогда про дизайн. А вот, блин, там сейчас такой как будто фестиваль, пацаны, знаете, короче. Там я в центре успел прошвырнуться, да, по работе меня отправляли в Москву на выставку, там, по упаковкам, все такое, я дизайнер, короче, рисую как раз всякие такие штуки. Последнюю, например, коробку для пиццы там рисовал, ну и все такое. Ну и вот, и, ну, побывал на выставке на этой, а все остальное время я там успел немного прошвырнуться, погуляться по центру. И, ну, на Красной площади и все дела. Там сейчас, короче, футбольчик, я не фанат футбольчика, но...
Там такая орава народу собралась, и, короче, ну, прям как будто, ну, праздник какой-то международный, я не знаю, знаете. Во-первых, там половина была русских, половина иностранцев. Там так прикольно это даже. На английском там все говорят, половина на русском, все орут. Там русские орут, матерятся, чтобы никто их не понял. Иностранцы орут, матерятся на их языке. Там китайцы, там бразильцы все подряд. И типа это круто материться, когда никто не понимает, что ты материшься, и все смеются. Ну и вот, и все бухали там. Там, знаете, то ли я не понимаю, то ли в Москве так сделано, что улицы небольшие, поэтому возле заведений бухать можно. Или что? Ну там просто, короче, по улицам ходят и пьют. Но это же запрещено законом, как бы у нас. Но они так делали. Ну, в общем, было прикольно. Как будто, ну, знаете, я фиг знает, ассоциация какой-то там холи в Бразилии или что такое. Короче, ну ладно, у меня тупые ассоциации, конечно. Но просто было здорово. Ментов было немерено, шмонали просто на каждом повороте. 1500 штраф. Ну вот там все бухали к ментам. То ли они, менты бы побоялись, наверное, подойди к кому-нибудь. Походу, Москва шикарный город. Ну, блин. Многие критикуют его, те, кто живут в Питере. Я не знаю почему. Я вот в детстве только был в Москве. И вот сейчас побывал. Мне что-то так понравилось. Как будто вообще не Россия. По центру ходишь, как будто не Рашка вот в натуре. Так все. Даже немного, знаете, чувство такое, что ты какой-то унтерменьш и такой немного не в своей тарелке. Такое, как же я сейчас сравню? Я вспоминал, думал, что на какое-то чувство похоже. На какое же, блин, не помню. Не вспомню, забыл, короче, с чем-то сравнивал это. Ну, москвичи критикуют МСК. Скажи, что деревня. Да ни хера это не деревня. Наоборот, клево. Ну, я не знаю, много кто критикует МСК, но, видимо, когда ты с какого-нибудь Абакана, то там все очень клево. Че еще? Не знаю, ну, короче, чувствуешь себя немного нижего уровня, когда ты там в этом большом городе, как будто все умнее тебя или все немного жестче тебя. Про себя скажи, деревня. Ну, да не, ты про это? Нет, да не то чтобы деревня. Ну что-то, как будто я не знаю. Немного не то. Хочется на самом деле даже. Это, то есть, это вполне. Я не против такого, чувствовать себя не в своей тарелке, все такое. Это как бы выход из зоны комфорта все-таки. Ты сам станешь лучше, если будешь в обществе тех, кто получше тебя. Там рили челики во многом умнее. Наверное, это и правда. Ну, может быть, мне Киев не нравится, но влюбился в Харьков. Киев и Харьков — это как у вас МСК и Питер. Ну вот у нас МСК и Питер, короче, тоже питерцы критикуют Москву, Москва питерцев. Те, кто в Питере, какие аргументы я слышал, типа в Москве все слишком быстро или типа того, все носятся, работают. Работать там типа прикольно, а жить не очень. Ну, хер знает. Может быть, только в центре, конечно, прикольно, где жить невозможно, потому что все будет слишком дорого, но с другой стороны, есть же не только центр, а другие какие-то районы, хаты дорогие. Да, там должно быть все очень дорого. В аэропорту какие же цены, етить, это просто пипец. Хорошо, что у меня командировочные немного были, но это просто безумие какое-то. Мне Subway не понравился. Типа вообще что-то. Ну, это, знаете, сэндвичи такие с начинкой, там, типа, их сам вкус выбираешь, или можешь просить, что тебе наложить. Мне что-то вообще не зашло. Макдак и KFC как-то мне покруче. Я большую часть что там делал. Вы не против, что я типа не играю? Ну там просто базарить надо много, что я сейчас рассказываю. Вот. И про что я говорил? Я большую часть времени что делал, это искал, где зарядку можно найти. В Макдональдсе заряжал, там, в Вегас, это типа такой, как это называется, мол или типа того. Ну и в общем там есть прям диванчики такие, знаете, ты садишься и там открываешь в полу защелку, там розетка такая, типа охереть. Там вообще много чего жесткого сделано, что удивляешься немного, знаете. Там немного другое воспитание все равно у людей. Там многие вещи просто, ну, как-то сохраняются лучше, если, допустим, в более отдаленных регионах построить что-то красивое или место, где отдохнуть можно спокойно и
оно такое незащищенное, знаете, будет скрытое, может быть, от охраны или типа того, то у нас, скорее всего, оно будет повреждено или уничтожено, или еще что-нибудь страшное. В Москве как-то, знаете, все культурнее, воспитаннее. Это так здорово, мне прям всегда это нравилось. Без метро трудно. Я на метро накатался, короче, вообще. В принципе, ну, город огромный, типа, да, все дела, можно побояться. На самом деле, вообще нихера страшно, потому что если у тебя есть тугис, то... Там просто разжевывают, как для дурачков. Это очень удобно. Тугис просто вообще... Привет, если... Тугис, вы меня смотрите. Хотел сказать, но это бред. Где ты живешь, в центре или нет? Не против. Я в прошлом году там хавал. В прошлом году хавал Subway. Мне тоже что-то не понравилось. Ну, то есть это... Я решил попробовать, знаете, как распиаренные штуки, как KFC, McDonald's, все остальное. Вот Subway также. Хотел, ну, попробовал, типа, что это вообще такое. Не знаю, хлеб какой-то сухой, там, начинка, это все валится. Как-то обернуто все это неудобно. Знаете, я видел, ну, в Subway, как обычно, обернуто. Полностью в упаковку бумагу специальную, антижировую. Ты ее разворачиваешь, ешь как удобно. Мне в какую-то полусалфетку крафтовую положили, все, короче, поразвалилась половина и все остальное. Патерок лучше, чем Subway, по-любому, да, конечно. Патерок — это наша местная херня, бутерброды делают. Я как положил месяц в метро, как пожил месяц в метро, потом в другом городе без него чуть не умер. Я не знаю даже, как в большом городе без метро на автобусах ездить. А типа удобно, наверное, дольше ждать, все такое. Я, получается, до этого, ну, ближайшее, где я был в больших городах, это Новосиб. После этого, после какой-нибудь Москвы, Новосиб реально еще меньше смотрится. А наш город как-то вообще еще меньше. Но меня это не очень переживает. Я-то все равно работа-дом, стрим. И как-то это не очень важно для меня. Но все равно. Дальше по жизни я собираюсь переехать все равно куда-нибудь побольше. В любом случае, можно и погулять где-нибудь поинтереснее, и сходить куда-то, и выставки, и все остальное. Ну, типа, все равно здорово. И людей как-то больше, знаете, у нас люди, ну, у нас город не такой маленький, но все как деревня называют, все буквально друга знают. У нас как-то, знаете, ну, сильно выбор себе компанию найти не очень много. Ну, не знаю, может быть, я херово как-то искал по жизни, но все равно, ты, типа, кем бы угодно ты не был, в большом городе живешь, ты все равно найдешь себе с кем общаться и все остальное, а... Если город чуть поменьше, не знаю, даже, типа, девчонок не так просто искать, типа, ну, то есть, хорошие-то явно есть, но найти так сложно. Короче, неважно, где ты живешь, МСК, главное, чтобы метро было рядом. Там логистика охеренная. Деревня Рио. Приезжай ближе к теплу. Да похуй за девчонкой. Ближе к теплу, ну и куда? Я тоже не могу друзей найти. Это, не знаю, это странная тема. Только с других городов. У меня тоже, по большей части, по жизни так же было. Я сколько кого находил, так это с кем я играл ли вместе, или какие-то, не помню. Ну, как-то, по большей части, как раз в интернетах все остальное. Ну, то есть... Не факт. Ну, у меня знакомых, типа, дохера в городе, я общался дофига с кем, но у меня нет такого, чтобы людей нашел, с кем мне захотелось бы, ну, типа, потом все время общаться. То есть, если ты на вписки какие-то ходишь и все остальное, то тебе, ну, мне лично, ну, не хочется долго, знаете, там, типа, вся эта жизнь бухаловская, там, типа, тёлки, типа, ни о чем не думать, кайфовать, жить в кайф. Не знаю, я от этого устаю. Я в любом случае, если даже лето все проведу по вписонам и вечеринкам, как не это, потому что я работаю, ну, как прошлое, то потом я после этого, ну, просто дофига связи терялась сразу же, потому что я или работать начинал, или образование, что-нибудь такое. Просто, ну, знаете, типа, тебя продолжают потом по инерции звать куда-то, ты такой отказываешь, типа, не, работа или не, там надо что-то сделать, короче. Ну, и все, тебя перестают звать и перестают потом общаться в дальнейшем. Ну, потому что все общение заключалось в какой-то отдельной вещи, как, например, в писсон. А, типа, не ходишь на писсон, и все, типа, связи теряются. Так что вот такие дела. Короче, встреча самая любимая в МСК с подписчиками через пару лет. Как раз хочу переехать по работе, да? А ты кем работаешь?
ты почему хочешь переехать. Я уже прикалывался, я вот сейчас в Москву на один день поехать хотел. Я хотел, ну, знаешь, типа, сделать анонс такой, типа, сбор подписчиков, там, 27 числа я прилетаю. И потом, типа, сфоткаться, как я один сижу, или, типа, наоборот, где там вся эта толпа с футболистов, типа, вот, подписчики собрались. Ну, я забил, что-то у меня ни группы нет, ничего, поэтому как-то это тупо было бы на страницу выкладывать. Вот, такие дела. Короче, в больших городах клево. В любом случае. Даже если ты сидишь, как бы, стримишь себе и проводишь жизнь, работа, дом, то в любом случае, даже время, когда ты отдыхаешь потом, круче провести в большом нормальном городе. Так что всем надо переезжать. Только если пожилой кто-то или, тем, не знаю, у тебя залетел кто-то, и тебе нужна стабильность. Я так студент, но работаю аналитиком в холдинге. Типа, когда есть пара марок, но, по сути, это одно образование плюс моделирует бизнес-процессы. О, жесть, да у тебя что-то жесткое прям там. Так, знаете, что я сделаю? Я возьму этот чат и передвину его налево и буду смотреть как будто ближе к вебке. Почему я раньше этого не сделал? Понятно, аналитиком, значит. Ну, ты типа жесткий, видимо. Вот. Я не очень всегда любил математику, хоть я закончил потом на программиста. Тоже знал, что там нужно будет много математики. Я удивился, когда, типа, спрашиваю, чего у нас так математики много? Так говорят, это же программисты, типа, мы же, типа, только математики и будем учить. Я такой, чего, серьезно? Типа, реально. Я почему-то не подумал, что там математика сильно нужна. Там намного больше инфраструктуры. Ну, мне показывали сравнение, короче, метро в Питере и в Москве, типа... В Питере намного удобнее все это сделано. Прям карту кидали, показывали. Как удобно сидеть, просто молчать, знаете, ни о чем не говорить. Хоть сидят все хорошо и все. Ты в МСК изи работу найдешь. У меня друган тоже аналитик. Программист мощно. В МСК работаешь, работает. Только я только третий курс закончил в универе. Меня взяли сразу после практики. Ни хрена себе, это жестко. А ты и учишься, и работаешь на Украине, получается, или что? Или ты переехал где-нибудь в Россию учиться? Ладно. Думаешь, встречаемся хотя бы? Ты думаешь, что мы с ней встречаемся? Типа, я лесбиянка? Вы много тусуетесь вместе, что, конечно, может ничего не значить, но я предпочитаю быть осторожной с такими вещами. Знаешь, типа, есть опыт. Блин, я все еще не знаю ответ. Да, меня взяли сразу после практики. Да, в Украине. В Украине круто. Оставайся там. Либо в Европу. В Украине круто? Оазис, в Украине круто, а? Сейчас, в наше время, в Украине круто? Сколько не слышу вот эти вот все тупые законы, какие-то дичь с правительства. Ну, хотя и у нас ее дофига. Но, типа, многих из Рашки не пускают известных на Украину. Как там вообще обычным людям живется? Расскажи. Ну, что нету ехать в Рашку. Как это нету? Есть в больших городах, конечно же. Нет, в Украине много быдла, только Харьков мне нравится. Ну вот, примерно есть информация. Блин, ладно, пацаны, я не уверен, влюбляться ли в эту тёлку, когда я тёлка. Так что я скажу, я не уверен. Я не знаю, все очень запутано. Я не решила, лесбиянка ли я или нет. Поэтому давай я скажу тебе позже. Да, могу себе представить. Ты прям втюрилась, походу. Если захочешь поговорить, Хлоя, то обращайся, ладно? А то я и с тобой не против, знаешь, пообщаться. Увидимся позже, подруга. Удачи со штурмом замка. Ой, жесть, они как намекают-то прямо. Блу плохо, лучше в Европу. Цены огромные, ЗБ маленькие. Херо. Я офигел со стоимостью бенза у вас. В долларах сколько? Ладно, у вас там какие-то уже деньжатские вопросы. Пойду в общагу бабки тырить. Закрыто. Мои варианты — стать мастером по взлому замков или стащить у кого-нибудь ключи. Ну, давайте взломаем. Можно, нет? А, понятно. Да у вас в два раза больше стоит бенз. Как хорошо, что у меня нет машины, да? Нафиг она нужна вообще? Лучше велосипед. Птица. Кто есть только навалил сюда? Кто убирать потом будет? Сегодняшний объект наблюдения Эвана. Он лучше ты, чем я, птичка. По сути, норм ЗП это в любом случае 1000-2000 зелени.
Для нас 40 рублей это уже жесть. Да не то, да не то, чтобы жесть, Мугиварщ. 80 необразим. Да не, просто работы не те. То есть, в любом случае, какой-то разнорабочий не получит 40 тысяч, это типа очевидно. Ну, типа, если у тебя есть образование и какая-то нормальная специальность, то уже нормально. Хотя дизайн у нас вообще обесценен в нашем буквально городе. У нас, ну, знаете, как в любых таких городах, не очень больших дизайн, к нему не относятся серьезно. К нему относятся, знаете, как, типа, ну вот, типа, нахерач туда картинок, там, шрифтом поиграй, там, водку сделай, типа, вот, типа, что ты, типа, много за это хочешь, что ли, что это за херня? Ну, типа, ты же просто там херню сделал. Или когда ты, наоборот, хочешь что-нибудь офигенно сделать, на тебя смотрят такие, типа, что это за херня, типа, о, что за... Ну, что-нибудь креативное, знаете, классное, типа, на уровне, там, очень жесткого. Смотрят, типа, ну, зачем мне это? Вон, лучше больше шрифт сделай, там, циферок напиши, это непонятно же, никто не поймет, что это... Что мы продаем-то? Надо огромными буквами, все. Знаете, такое быдланское отношение к продукту. Но у нас, наверное, производителей не очень много. А нафиг он перевернул ее? А ты здесь что делаешь? Разве ты не должна сидеть дома? А он гей, что ли? Обдумывая бесконечный список своих сомнительных решений. Чувак, почему тебя так волнует мои сомнительные решения? Правда. Меня обижает, когда ум растрачивает впустую. Жесткий. Эмма что, только что назвал меня умной? Чертовски верно. Как все, она влюбилась. Иван выглядит ужасно нелепо. Все, точно влюбилась. Все, поиздеваться, тем более влюбилась. Эй, Эван, а как бы ты сейчас умно не выглядел, птицу и с моего места отлично видно. Я польщен твоей обеспокоенностью, но я хочу сделать этот снимок идеальным. И я недавно осознал о себе кое-что. Я осознал, что если меня что-то беспокоит, то, скорее всего, это не зря. Например, я пытался заинтересовать учащихся и администрацию проблемой предотвращения. Это очень странная тема для разговора. Я пропустил это слово. Стойте, дайте я прочитаю. Вы сейчас пролистаете, что я ничего не увижу. А то капитал, а просто рынок свернулся. Особенно что-то высокотехнологичное насчет дизайна в провинциях. Да, да, бедняжка. Да, у нас производства очень мало. Ну, зато чистый воздух в ОБК. У меня тоже резко чистым стал воздух в городе. Лол. Понятно. Да, воздух чистый, но толку-то. Люди всегда... Это не, то, не настолько чисто, у нас столько машин. Люди, короче, херовые, бесполезные существа. Видишь, что произошло? Тебе нужно навык общения. Эм, ты довольно высокомерен, ты это знал? Это нормально. Первый признак величия — это неприязнь других людей. Ну ладно, как-то тебе нельзя здесь находиться. Тебе стоит уйти. Все, теперь точно влюбится. Он ее заигнорить даже сумел. Ох уж малолетки в США пожарами занимаются. Вот бы мне их проблемки. Намного чище, чем в Красноярске. Ну, не был в Красноярске, и не жалею. Хотя хотел на пару концертов туда съездить. Надо было, наверное. Хотя работа тогда все равно была. Бинго. Малолетки в США лесбиянством занимаются. Если бы только за исключение никто не присматривал, я бы сперл эту фигню. Можно зайти просто и взять, кто за ним приглядывает. Ты рокер? А, ну, типа, я слушаю рок, но не играю. Это раза в шесть был. Понятно. Я чувствую, что обратно тебя привели не книги, не кирпичные стены Блэквелла. На Глютон Дэд в Новосиб ездил. Эм, что? Ты здесь ради кого-то? Кого-то особенного, да? Все, теперь... Что это за игра? Теперь этот мужик к ней подкатывает. Да, я на укулеле немножко херачу. Я даже сегодня ее доставал. Я думал на стриме про ну, типа, петь что-нибудь про игры, но это позже. Пока что надо хотя бы так все настроить. Речь Дру и лед. Свободная любовь. Что ты думаешь о Рэйчел Эмбер? Рэйчел Эмбер — дракон, сотканный из бриллиантов. Ей 20, ему 45, норм. Конечно. Как глубоко ты это... Почему все так любят слово «глубоко»? Ты это дерьмо на ходу придумываешь или, типа, записываешь заранее?
Ты все время зла из-за того, что тебе нравится это ощущение? Или это просто твоя отчаянная защита от формирования близких отношений с другими людьми? Защита. Фига себе, он прям смотрит, смотрите, в этот... Когда он разговаривает, в самую суть смотрит. Глубоко сам смысл пошлый. Я им ищу Дрю Норта. Я уже забыл, кто это. Ну ладно, поищем. Для многих Дрю Норт лишь спортсмен, но он нечто больше. Это тот ниггер, который унижал белого. Разве? У него большое сердце, в котором полно любви и нет места страху. Знаете, как он разговаривает? Как все люди из Fallout. Я всегда считала его хулиганом. Он может быть и таким. Никто не состоит из одной лишь грани. Ну, Элли. Тебя футболка порозовела. Ты наблюдательный чел. Так, что насчет Эллиота Хэмпбелла? Я вижу лишь что, что Эллиот хочет мне показать. Ладно. Обычно я вижу то, что люди хотят мне показать, и то, что хотят скрыть. И что же я хочу скрыть от других? Что ты одинока и тебе страшно. Промолчу. Это же правда. Это нормально, когда с тобой не все нормально, Хлоя Прайс. Мне надо идти, чувак. Реально поговорили. Я часто задаюсь вопросом, что есть реальность. Прощай, Хлоя Прайс. Честно говорит, как чел из... Dark Souls или Bloodborne. Так, короче, чуваки, что нам надо сделать? Надо отвлечь странного чувака. Не хочу педофилом называть, он довольно нормальный вроде как. Такая красивая белая дверь, но такое ощущение, что будто ей чего-то не хватает, не правда ли? Какое за умное дерьмо, Сэмюэль. Игнис Корвескью. The Парсалия. Я не знаю, что это такое. Не читал. Так, надо включить разбрызгиватель. Если Сэмюэл работает над системой полива, то небольшая поломка может привлечь его внимание. Но Эван прямо здесь. Придется увести его в укромное местечко. Чего, значит, не стоит? Может, птица? Опа. Напугать. Какая злодейка. Эй, вот дерьмо. Я хотел отогнать тебя в другую сторону. Как можно дальше, в другую сторону. Че, дальше гонять, что ли? Чуть не задавило. Она как бы вернулась просто. Пора вернуть. Начать сначала. Еще и направление выбирать надо. Какую сторону отпугивать. Блин, ему вообще пофигу. Она гоняет. Так гоняет птицу, ему все равно. У него настроение втянуть меня в неприятности. Гача! Идеально. Не за что, мужик. А тебе, Оазис, как Life is Strange, ты играл вообще? Чё знаешь про неё и всё такое? Отлично, теперь надо лишь подождать, пока Самуэль врубит. И так сойдёт. Бедного Сэмюэля сломала кран. Теперь ему чинить. Работы просто прибавила, взяла. Или в каком смысле порозовела? Насколько порозовела? Настолько? Тогда нормально. Все хорошо. Все, трансляция нормально. Life is strange. Ладно, пошлите тырить. Тырить ключ. Взять.
Sorry, Samuel. Прости, Сэмюэль, дружище, но выбора нет. Так, надо было нарисовать что-нибудь. Белич, предложение мира, белки насрать. Ну пусть мира. Почему тут белка? Чего я так рассмешил? Ой. Простите за ванну. Не понимаю, в чем прикол. Ну все, вроде ничего больше нельзя незаконного сделать. Вход в общагу. Ну, в женскую общагу заглянуть — это обязательная вещь. Если мы играем, тем более, за лесбиянок. Ой, так там кто-то идет. Типа вообще беспален. Скип. Как скипнуть? Не то чтобы я был рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь? Разве тебя не отчислили? Я встречаюсь с другом. I'm just visiting a friend. Я не могу, я правда не могу тебя впустить. По старой памяти, чел. Я плюю на правила, а тебе это всегда нравилось. Дай плюнуть тебе в этот раз. По старой памяти, наверное, откажется. Хочу, Хлоя, но не могу. Сейчас тебя побить. Я иду внутрь, чувак, и тебе придется закрыть на это глаза. Иначе ты закроешь глаза навсегда. Я не думаю, что могу, на самом деле. Я должен попросить тебя назвать официальные цели визита или покинуть территорию Блэквелла. И чё? Я хочу обходиться так со Скипом, но я должна попасть внутрь. Может, если ему станет неловко, то он застыдится и пропустит меня внутрь? Блин, не хочу. Какова цель моего визита? Грязная цель. Пофиг, пусть женский. Грязный, не хочу. У меня женские цели, Скип, связанные с матками. Мне нужно в туалет. Раш, ты спросил? Сука. Молодец. Что нет? Нет, спрашивай, это моя работа, Хлоя. Работа извращенская. Работа у тебя извращенская, это делает тебя немного извращенцем. Все не так, знаешь, что бы Уэлл сделал со мной, если бы я не, ну знаешь, патрулировал? Это Уэлл на тебя, да? Это Уэлл заставляет тебя наказывать учащихся? Я даже не учусь здесь, но ладно уж. Пусть это тебя не останавливает. Я думал, мы друзья, с чего это ты так? Тоже думал. Я тоже считал нас друзьями, но когда срываются на тебя, ты сразу срываешься на меня, так? Мне очень жаль, Хлоя, я запутался, сама посмотри. Мои сиськи посмотрел. Блин, я не знаю, что ответить, подожди. Хлоя, у меня чувство, будто ты что-то... Я выиграл. Подожди, этим утром ты уговорил меня пустить тебя в туалет, а затем разрисовала все внутри граффити. Пофиг, это я была. Уэллс по мне за это катком проехался. Пора идти. Или что, что ты сделаешь, Скип? Потому что если ты не готов тащить меня из кампуса силы, я иду внутрь. А мы типа проиграли, да? Переборщил. Хватит, это моя работа, просто уходи. Я походу переборщил. Ты никогда меня не уважал, ты и твой хитрый мелкий одноклассник. Я так устал. Что надо? И мной издевается какая-то школота. Блин, я переборщил. Знаешь что, с меня хватит. Хватит тупой работы охранничком.
Просто делай, что хочешь, Хлоя. Ужас какой. Бедный Скип. Мне должны доложить о неопознанном автомобиле на парковке. Мне доложили. Как смешно, потому что мне доложили, что твоя голова застряла очень глубоко в твоей заднице. Что только что сказал Мэтьюс? Что ты только что сказал, Мэтьюс? А, черт, что-то там не успел. Ладно, пора искать комнату Дрю. Пипец, мы лишили Мэтьюса работы. Толерантность. Я все читаю комменты, если что, если я их не зачитываю. Просто не успеваю. Блин! Мэтьюс, одумайся, я тупая девка. Я не знаю, что говорю. Послал шикарно. Ну вот, из-за тупой девки работу потерял. Пора идти в комнату Дрю. Теперь еще и обшарим женскую общагу. Когда работа сменить, самое то. Блин, наверное, ему и правда пойдет на пользу сменить работу. Может, он рокскером станет. Он же, типа, рок там записал ее. Нам показывал. Вроде ничего, такая песенка даже была. Как же у меня жарко. Я так рад был, что сегодня дождь пошел перед стримом, но это не очень помогло. Такой кайф получаешь, когда работа тебя задолбала. Такой кайф получаешь, когда работа тебя задолбала? В смысле, тебя задолбала работа, и ты кайфуешь от того, что все плохо? Чего там? Вообще не смотрел, кстати, на все эти штучки. Мне лень как-то. Я так с должности бариста хотел, слетел с кайфа. В смысле, получаешь кайф, когда увольняешься? А, когда слетаешь. Понятно, это другое дело. Система оповещений OLAP. Новости о пожаре. Охрана лесов Аркадий Бэй, Орегон, бла-бла-бла. Да, туплю, да, ничего страшного. Прошло уже 20 сломал я в процессе, поторопись. У нас есть котлетки. С макарошкой? С пюрешкой. Так, открыть. У меня жара и туча, плыву уже. Я еще не могу в этой жаре. В том году какой-то ужас. Ну, просто я в этой хате новой. Мне нужен вентилятор, короче, с ЗП надо покупать. Сейчас бабок вообще нет. Купил плойку, а игр нет. Детройт надо жестко покупать. Уже все забыли про него. Все уже посмотрели других ютуберов, стримеров. Я как лошок, ничего не успел. Так что с ЗП покупаю вентилятор и Детройт. Это что, моя комната? Ого, я помню, тут концерт. Обалдеть можно. Эллиот до сих пор хранит эту фотографию. Кто такой Эллиот? И что это за концерт? Почему у нас... Почему так уродско все нарисовано? Ну, хотя бы сделали бы не в 3D, а? Ну, просто бы нарисовали. Ну, посмотрите на его глаза здесь. Плойку? Ну да, ты, видимо, отсутствовал. На стримах я плойку купил. А, я еще и внизу иногда посты делаю. На канале стал писать их в текстовом варианте. И да, купил PS4, короче, неожиданно для себя, вообще не думал, что куплю, и так рано, все бабки туда вложил, и на Авито взял бэушную PS4, вот. Ой, да мне лень. Согласен, Эдвард сделал достаточно хреновых фильмов, но еще больше офигенно отвратительных фильмов. А знаете что, я вот так подумал, там комменты не дублируются на стриме, там все нормально? На стриме все хорошо? Там не по два раза комменты пишутся со всех сторон. Не, вроде все хорошо. Но все окей, спасибо. Вот, поэтому такие дела. Качество так и не вернулось, да? Но идти качество настраивать нельзя. В чем прикол, не понимаю. Надо будет разбираться, читать что-нибудь. Ладно. Надо слишком хреново фильма, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Неинтересно. Намного меньше порнушки, чем я думал. Это история. Как завязать галстук видео? Эллиот Хэмптон, Аркадия Бэй, Хлоя, Элизабет Прайс, Аркадия Бэй. На меня гуглили? Хлоя Прайс, буря цитаты, буря билета, Академия Блэкова. Майор Лукас Хэмптон, иллюминаты, глаз значения, стража адского описания. Какие-то простые хэштеги. Чей этот комп еще раз? Ничего не понял. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Почему мне становится от этого грустно?
А мне наоборот как-то полегче. Мир ломает каждую, ноги потом только крепче на изломе. Будем терпеть, так сказать. Так много времени прошло с тех пор, как мы с Элли там вместе ходили на какой-нибудь концерт. Ты ее парень бывший или чё? Я немного не понимаю. Я знал, что Элли хорошо учится, но не думал, что на полной степени. Ничего себе. Вот такой вентилятор я куплю себе, короче. Только побольше полигонов будет. Чё я тут вообще забыл? Дневник читать. Это совсем неплохо. Ей стоило лишь комнату покинуть, как ток пришелся и пронзил пылающие крылья агонии стянув. Okay. Dark. Блин, тут на английском, наверное, читать легче. Ее я четко вижу в камне и в свежесрезанной траве. Глаза горят, как будто медики. Я говорю паромщику, ее я не отдам, но боги тьмы хохочут мне в ответ. Кого Эллиот пишет? Во мгновение, когда солнце диск почти что достигает высоты, а море манит обещанием теплоты, когда спокойны волны под чередой огней, а вечность хладная свою бросает тень, тогда и лишь на миг дозволено нам все. Все шепчет «да», и мое сердце, и ее глаза, они все говорят мне «да». Прикольно. Эллиот куда артистичнее, чем я думал. Красиво, ракета нарисована. Она видна и не видна. Как же такое может быть, когда весь мир так чужд и мрачен, она кричит пронзительно и ввысь огнем венчая след всех слов. Wait. Стоп, они что, про меня? Что за фигня, Эля? About me? What the fuck, Elliot? О, как ребячится она, и как она жестока и прекрасна, когда по черноте ее ножа скользят слова и капают чернила. Так она поняла, что это про нее. А она пофиг. И чё? Зачем я закрыл? Наверное, открыть надо было. Я все посмотрел. Да хера я сюда пришел вообще? По приколу, что ли? Походу, мне не обязательно было сюда заходить. А закрывать не надо, да? У них, типа, никто не закрывает ничего. У нас обычно в общагах прям на ключи все херачат. Ладно, и куда мне идти? Сюда? 110-е. Так, комната футболистика. Ру-футбол? Почему тут Россия? Отлично, а Дрю нет. Будь я Дрю, куда бы я спрятала деньги? Давайте предположим, не будем искать, сначала подумаем. Куда бы можно было спрятать деньги? Взглянуть, фотография, записка. Под кровать или в ящик? Ящик закрыт? Is the money in there? Пароль нужен. All right. Guess I have to crack a сломать трехзначный код. Надо год бы найти какой-нибудь. Damn it. Wrong numbers. Вазис, какой твой вариант? Damn it. Wrong numbers. Damn it. Wrong numbers. Damn it. Wrong numbers. Придется искать. Как много всего. Много цифр, а Дрю точно использовал бы что-то подобное в качестве кода замка? Нет, там всего 4. Значит, только 12, 12. Давайте попробуем. 12, 12. Ладно. Возможно, мне понадобится помощь. Что если бы сказала попросить угадать для Дрю самое важное и странное вопрос, не знаю, наверное, Майки. Круто, абсолютно не связанный вопрос, когда у Майки Дрю. Еще не скоро, 27 декабря. Я наверняка закачу вечеринку, пришлю тебе подробности. Спасибо.
27 декабря, значит. 12:27. Ну, попробуй. Что-то изи. Даже весело воровать чужие вещи, взламывать замки. Малыш Дрю и тебя покалечил. Джекпот. Неплохо справляюсь. Ну все, теперь мы еще и воровкой станем. Вообще зашибись будет. Ну чё, наворовались, пошли дальше. Ну, можно полазить. Пора сваливать, говорю. Но мы еще посмотрим. Охренеть, Дрю, стипендия в колледже. Неудивительно, что ты так прёшься по футболу. Ком, ты отстой. Я не знал, что Дрю настолько хорош в спорте. Готова поспорить, ему не терпится свалить. Фрэнк не врал. Дрю и правда продает веселые пилюли своим дружечкам-качкам. Эй, бро, у тебя еще есть веселые пилюли? Я на мели, ты же видел, как я словил удар за тебя прошлой ночью, так? Никто при мне к моему братану не полезет. Ну, помоги другану, а? Мы бы только расслабиться чутька, мне бы. Тут пиздецки не везет целая куча народа. Дрю хотя бы перспективный. Дрю, великолепная игра, сынок, а этот перехват в третьем тайме снова провел весь день в библиотеке. Компьютеры — это не мое. Ты же знаешь, но я пытаюсь учиться, я пообещал Майке, что схожу на обучающие курсы, так что теперь я займусь этим. Посмотрим, смогу ли я научиться нормально печатать. Никогда ничего не печатал на рыболовной лодке. Это письмо я пишу уже целую вечность, перспективы работы нерадужные, но ты знаешь... Как это происходит? Не беспокойся за своего папаню. Следи за этим чертовым мечом, и тебя ничто не остановит. Я горжусь тобой, сын. Обними Майки за меня. Я приду завтра днем, чтобы отвезти его в клинику. Не забудь. Понятненько. Как жаль, что я потеряла свою форму. Так хотелось хорошенько пропотеть, наворачивая круги. Чего? Понимаю, что существуют определенные риски, связанные с участием моего ребенка, детей. Департамент физического образования Blackwell. Короче, отказ от ответственности, видимо. Дургарон, ну да, этот не подлец мертв. Плохих парней обычно не так просто отличить, но это все равно обалденно. Обалденно. Доктор Таймбот. Jurassic Edition. Прикольно. Роботы-динозавры. Что-то в этом есть. Можно поспать, лечь. Фигурки Майки. Вчерашняя игра оказалась довольно веселой. Стоп, мы... Так, это получается комната и его брата. Ну, того, который в настолке играл, того качка. Да-да-да-да. Они выглядят счастливыми. Ты нормальный, ребят? Ты воруешь у них вообще-то. Кайф. Что будет? Это Ламон. Клоэ? Ой, что ты здесь делаешь? Еще Дрю? Я искал твоего братана, но его тут нет, так что... Зачем? Братан, нам пора! Что, вчера не хватило? Решила повторить? Не важно, Майки, собирайся, мы уходим. Дрю, расслабься, притормози. Где его друган с фотки? А что происходит? Черт. Я начинаю думать, что ты нервничаешь. Кто это? Кто это, блин, чел? Никто, оставайся здесь и ничего не говори, братишка. Что бы ни случилось, не открывай дверь. Так что он начался? Ты знаешь, что происходит? Дэймон, тебе не стоило сюда приходить в школу, не место для подобного. За наркотой пришел. Ты что, в каком же месте мне забирать свои ебаные деньги? Извиняюсь за мат. Я же говорил, у меня их нет. Продажи упали, чувак, никто пока не хочет колес. Но смотри, сейчас весенний сезон. У нас начались тренировки два раза в день. Мы дохнуть будем. Я смогу загонять весь кокс.
Дрю, ты должен мне косарь. Где он? Я говорю, нет у меня сейчас. Кстати, слышал про работу твоего папашки. Тяжелые времена. Да. Уверен, косарь бы ему сейчас неплохо помог. Где мои бабки, Дрю? Я не знаю, чего ты от меня ждешь. Я же не могу взять их из... Мне нужны мои деньги. Мне надо бить, мужик. Пожалуйста, дай мне одну неделю. Что, будешь вот так валяться? Я думал, футболисты должны быть крепкими. Мне жаль, что так вышло, пацан. Я никому не позволю красть у меня. Жесть. Вот тебе и наркоту продавать. Пипец, да никакие деньги отдавать, ты чё? Он же бы сам бы отдал, если бы хотел. Твой брат сказал не выходи, все будет хорошо, Майки. Да, но он типа сам же знает. Он же знает, что у него есть деньги. Пипец, он его сильно избил. Блин, пипец. Жесть. It's okay. I'm okay. Little brother. Thank you, Chloe. Спасибо, Хлоя. Спасибо. Thank you. Блин. Он не просто так эти деньги не отдавал, видимо. Не, так его еще и забьют. Идите нахер. Here. It sounds like you could use this. Выглядит, как будто они тебе нужны. Ты взяла их из ящика? Frank asked me. Я попросил Фрэнк. Я не знал, прости, чувак. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. Мой отец, ему они нужны гораздо сильнее, чем этому мудиле. Way more than that asshole does. Thanks. Спасибо. Drew, you need. Дрю, тебе нужно в больницу. Don't tell anyone. Не рассказывай никому, ладно? Okay? Yeah. Да, конечно, чел, ни за что. No way. What? Что ты собираешься делать? What are you going to do? С Дэймоном? Не знаю. I don't know. Походу разберемся. I hear you. Понимаю. Чего он не врезал, а? Избил бы его и все. Ну, то есть, нафиг он получал от него? У него оружие было или что? Или типа связи такие жесткие? Ну, можно было до полусмерти его измудохать. У них еще и фотка совместная, как будто они дружки. На самом-то деле нет. Закаты, помню, в первой части были охеренные. Не знаю, как переводится Dormitorius. В этой части как будто графон порезали, я не знаю. Реально вспоминается, что в первой части графон был получше. Может, просто время прошло. Красиво. Уютненько. Постановку сейчас смотрели бы.
День сегодня был просто сумасшедший, но теперь я хотя бы могу поговорить с Рэйчел, если... Лесбировать депрессию, да это шикарно просто. Спасибо. Чёрта с два, я поднимусь на эту сцену. А что еще делать? Там пишет. А меня Фрэнк не будет насиловать за то, что я не принесла ему деньги? Блин, я так рада, что ты едешь. Скажи, если я могу еще чем-то помочь. А, стой. Там что-то было. Хлоя, это Стеф. Я еду в больницу. Майк рассказал, что случилось. Бедный Дрю, я все еще в шоке. Спасибо за то, что ты сделала. Я так рада, что ты едешь. Скажи ему, что я еще чем-то... Если я могу чем-то помочь. Спасибо, скажу. Хорошо, что мы так поступили. Я бы не смог потом жить. Насиловать? Не, не бойся. Но я же за девочку играю. Надо бояться. Рэйчел что-то написала. Как там твое затяжное дельце? Йоу, у Дрю в комнате случилась дикая херня. Совсем-совсем дикая. О, нет, ты в порядке? Хочешь об этом поговорить? Позже, не парься, пока пьеса не кончилась. Я за кулисами. Здорово, уже иду. Вот сейчас будем с Рэйчел насиловаться. Это куда круче будет. Давайте побазарим. Привет, Дэйна. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. На дворе. Черт, ну не буду. Я хотел послушать, что там на английском надо говорить. Два куска пиццы. Смотрите, сколько газировочки, пицца. Странно даже, что эти два кусочка до сих пор лежат. Оазис, я тебя уже спрашивал 100 раз, но ты отходишь. Тебе вообще, Life is Strange, как? Ты вообще играл в нее, проходил, может быть, или что, не знаешь? Как ты к ней относишься? Чё, как, мистер Китон? Ох, да это же некто иная, как... Поведай мне, юная леди, ты все еще веришь, что настоящая любовь — это ложь? Я не знаю, наверное, все суть любви в том, чтобы оставать себя открытым для любых поворотов событий. Все так, столь многие пытаются постичь это искусством, но столь малая часть этого достигает. Ах, расцветающий драматург. Пусть же твоя милостивая повели... Внезапного отдыха Стефани Грин надел непредвиденное обстоятельство, говорит она. Че так быстро? Понятненько. Че понятненько? Я тоже ничего не понял. Стефани была нашей львицей из софитов, но сколько бы плоско ни звучало, шоу должно продолжить свой путь. У меня отлично фоне висит, но иногда нужно отойти, я тебя понимаю. Ну, все нормально. Какой же странный чувак. Правда, что странно. Я не играл, а мало очень играю. Скорее дело в стримерах. Могу скучать от игр. Но стримеры спасают положение. Прикольно мне. Такую позицию я не слышал. Буду знать. А то я разное мнение слышу о том, почему люди вообще смотрят стримы. Хлоя Пресс представляет Firewalk. Световое представление. Зашибись. Там никто от эпилепсии не умер. Я извиняюсь, если что. Хейден. Привет, Хейден. Зови меня Фердинандом, а милая леди. Иди ты. Ну ладно, привет. Иди ты куда подальше. Такое себе, Хлоя, то есть такое себе прекрасное дело. Умеешь ты вжиться в роль. Серьезно? Спасибо. Кажется, даже Хейден очень сильно вкладывается в эту постановку. Что вообще происходит? Сейчас какая-нибудь магия будет. Что там еще есть? Примерочная мальчика. Спасибо, обойдусь. Их что, 15? Ну-ка, а в женскую хотя бы можно? Рэйчел? Сейчас увидим переодевающуюся Рэйчел. Блин, она уже переоделась. Это даже не Рэйчел. Во что он одет? Да, я тоже придумал что-то к этому сказать, но не придумал ничего. Первая ассоциация была Танос, но нет. Боже, во что он одет? Хера себе.
Слушайте, у меня все это время U-Torrent качалось, прикиньте. Еще и вирус какие-то обнаружил. Две чашечки? Она мучит с ней! Лесбийский четырехугольник! Представляете себе! Что он там не делал, выглядело охренеть подозрительно. Или нет, она, я думал, она чай ей хотела принести. Она, видимо, подмешала. Надо разобрать, что Виктория туда подсыпала. Фрэнки пишет. Я только что говорил с Дэймондом. Он сказал, что ему пришлось пустить в ход кулаки. Тебя он не видел. Что произошло? Ты нашла деньги? Прайс, где деньги? Это не шуточки. Кончай шара катиться. Ответь, если живая. Давай встретимся завтра, я жду ответа. Офигеть. А вы видите сейчас? Странная игра. Да прикольно. Квадрат. Что-то я вообще не понял, о чем. Вы сейчас видите, что у меня на экране? Какое уведомление висит? Нет? В Windows 10 такая собачонка на цепи стала прикольная. Ой, ну все, закрыть. Лесбийская геометрия четырехгранных плоскостей. Дай-ка я это запишу. Все, погнали дальше. Так, взглянуть, записка. Прибавляя необходимость намалевываться к длинному бла-бла-бла-бла-бла. Загрелом подходить ко мне или мистеру К. Я бы сфоткал принтскрин. Я более лампово принтскриню телефоном. Мне лень скрины сохранять. Охереть, это же надо кучу кнопок нажимать. И потом выбирать, куда. Таблетки, взглянуть. Мышечные релаксанты. Это она их подмешала? Она еще и скажет, что это мы подмешали. Поторопись, пока твой чай не остыл. Что здесь забыл? Тут можно находить только персонал. Или ты пришла, чтобы испортить постановку, как испортила мою домашку? Боже, какая ты жалкая. Я к Рэйчел пришла. К подружке Сае. Я пришла поддержать Рэйчел. Как мило. Хочу убедиться, что она достаточно расслаблена перед выступлением. Надо расслабить ее немного, если понимаете, о чем я. Да, как скажешь. А тут на пятиугольник уже, походу. Нет, на 1003 все еще, да. Рэйчел Эмбер. У древнегреческих трагиков была традиция в день премьеры дублерша. Предлагала ведущая актриса горячий чай в знак уважения к ее наставничеству. Она хочет ее место занять, поэтому подмешала ей какую-то бурду. Храня дух этой традиции, я предлагаю тебе сей напиток. Пусть он поможет раскрыть всю суть твоего таланта. Это эпично и спасибо, но... Она поменяла кружки, я надеюсь. Отвлечь или рассказать? Да я не знаю сам, что там, что-то подмешало. Может быть, мышечный релаксант, это она как раз и подмешала. Значит, она типа расслабленная, знаете, будет такая безэмоциональная, или там вообще отрубится, к херам спать ляжет. Блин, рассказать или отвлечь? Отвлечь — это что значит отвлечь? Ну-ка отвлечь, ладно, посмотрим. Притормози, ты это слышала? Что слышала? Ничего не слышала. Теперь слышу, кажется, тебя зовет мистер Киттон. Да, он, наверное, хочет узнать мое мнение по поводу декорации. Ладно, никуда не уходи. Я сейчас приду. Сейчас посмотрим. Что происходит? Поменяй чашки. Она подмешала тебе в чай эту хероту. Ни капельки не удивляет. Как поступим? Запрем ее здесь и изнасилуем. Подменяем чашки. Проблема решена. Все бы так в жизни просто решалось. Обалди, Хлоя Прайс, что бы я без тебя делала? Расслабила бы мышцы, видимо. Ну, вот релаксант мышечный. Мистер Киттон занят с Нейтаном. Уверена, скоро он призовет мое чувство эстетики. Но пока призовет. И выпьем уже, подружки. Сейчас мы посмотрим, что с ним будет. Он так стоит. Чего он так смотрит? Пей до дна, твой голос будет тебе благодарен. Ты сама тоже пей до дна.
Сейчас посмотрим. Да, мне тоже интересно. Я так рада, что у меня есть такая добрая и заботливая подруга, как ты, Виктория. Как она это сказала, клево. Хоть сохраняй на уведомление. И я тоже, и я. Ну ладно, увидимся снаружи. Ни пуха, ни пера. Все запомнили, что нельзя артистам говорить удачи. Нужно говорить ни пуха, ни пера. Такие дела. А я-то думал, что этот день уже не станет более охренительно долбанутым. О, сладкие проклятия. Мы обречены, выступление обречено. Почему? Быстро же. Дорогие мои юные актеры, на нас напало недоброе несчастье. На пути Джульет возникли преграды. Всему виной это инфернальное прикрывшее дороги, она украла нашу Ариэль. Ах, если бы она могла появиться по мгновению руки своего господина, словно настоящий дух. Но, увы, мы лишены дублера, и ситуация воистину ужасна. Боюсь, что нам придется все отменить. Воистину мы прокляты. Вообразить судьбу страшнее не в силу даже мне. Как бухаю уж. Есть откровенное откровение, мистер Китон. Рэйчел Амбер под наркотиками. Посмотрите на нее, ее красивое лицо. Так расплывается. И абсолютно точно накачали наркотиками. То есть она сама себя накачала. Она обожает наркотики, обожает же. Вот тебе, сучка, получи. Интересно, если мышцы расслабятся, это будет включать недержание? Скорее всего, да. Там у них на фоне лес горит. Блин, дебил какой-то. Лес горит? Ну да, лес давно горит. Ты же видел, нет? Предыдущие. По сюжету немного. А, хочет ее актерство заставить. Мистер Китон, Хлоя может подменить Джульет, по крайней мере. Ни за что. Мистер Китон, Хлоя может... Нет. Они лес подожгли, вот эти две, если что. Психанула это и... разожгла. Ну, то есть случайно. Ну, не случайно, пнула это костер. Она просто круче, мы с ней все время занимаемся импровизацией. У нее обалденно получается. Вы бы видели ее импровизацию, если понимаете, о чем я, дорогая. А что если я скажу, что вся судьба приостановки покоится на твоих хрупких плечах постановки? Slender shoulders. Есть handle shoulders, но нужно говорить slender shoulders. Так круче. Скажу, что вам всем конец. Хлоя, прошу, ради меня, любимая. Какая же у них любовь? Как это мило. Даже смешно. Все, я вжился в Life is Strange. Поверить не могу, что Рэйчел меня на это уболтала. Мне бы такую любовь. Тебе придется девчонкой стать для такой любви. И уехать в Twin Peaks. Я что, серьезно, должна все это вызубрить? Ну, спасибо, Рэйчел. Ой, жесть. А как она это выучит? Я бы не смог никогда. Посмотрите, сколько учить надо. Охереть. Я бы, ну, максимум приближенно к тексту могу по сюжету что-нибудь сказать, но не точно слово-слово. Чтобы я тебя до срока отпустила и слышишь, не хочу о том, ну что же. Бла-бла-бла-бла-бла. Что там Элли это пишет? Хлоя, выступление начинается, у нас классные места. Ты где? Вот ты увидишь. Он нас ждет, а мы такие на сцену сейчас выйдем. Так горбится стрёмно из-за того, что расстроен. Может, шапка такая тяжелая. Ну, сейчас оценим, что будет. Кто-нибудь сейчас точно опозорится. Так, сценарий нам даже не нужен. Мы его выучили, да? Что там еще? Почему у меня такое чувство, что Стеф смеется надо мной издалека? Так, секунду. Костюм. Что еще есть? Хуже, чем смотреть на спандекс, это только когда тебя заставляют его надевать. Спандекс это что, когда обтягивающая такая штука, да? Опаздываю, как всегда. Уйти. Второй Киркоров. 0,5 Киркоров. Жесткая тема. Только у меня в школе не было драм-кружка, хотя, может быть, и был. Я бы, блин... Ну, интересно, актерство немножечко всегда было. Когда жизнь дает тебе помаду. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Трагедия. В тему будет. I got it.
Чё там? И всё? Чё-то не очень. Можно было бы второе? Время для моего большого дебюта. Вот радости-то. Полные штанишки. Так, никто никуда не уходит. Я отойду на 2 минуты и вернусь. Будем сразу же все вступление смотреть. Чтобы никто никуда не уходил. Понятно? Все, сейчас все будет. Так, я снова тут. Если бы на моем канале был бы топ самых милых зрителей, то Оазис был бы на первом месте. Оазис, ты сидишь в ВК? Ты сидишь в ВК? Нет? У вас же он заблокирован. Балуешься ли ты VPN-ами? Ты тут? Все, перекличка. Кто тут? Никого сегодня нет, меня это печалит, но... Ой, здесь тут. Нет? Ну ладно. То мне нужен кто-то, кто будет группу мне модерировать. Только в телеге, понятненько. Так, так, так. И Facebook. Мне Facebook вообще не нравится. Непонятная такая бурда. Старая. Так, ладно. Что именно мне? Ладно, сейчас будем отыгрывать в театре. Готовимся. О, Господи. Случилось так, что щедрая фортуна теперь благоволящая ко мне врагов моих направила. Хотя мне хорошо, что не один, поэтому могу читать. Но больше мне не задавай вопросов. Ты хочешь спать? Насчет группы. То будет сон благой, ему сопротивляться ты не в силах. Нет, надо даже вот так как-нибудь. Сюда, ко мне. Нет, стоп, пауза. Надо как-нибудь вебку поставить, короче, и... Я обрежусь, нет, где там потолок. Все, вот потолок. Все, примерно вот так вот. А то на спинку я слишком расслабляюсь, когда облокачиваюсь.
Да, зашибись. Все, сейчас будем отыгрывать. Блин, мой выход. Ну все, погнали. Твой черед. Я жду. Марш на сцену. Я жду тебя. Приблизься, Ариэль. Все, норм, спокуха. Я просто выйду к Рэйчел и скажу свои слова. Смотрите, там такая толпа, типа, огромная. В лица боимся смотреть. Зачем мне взглянуть? Я бы его в Рэйчел швырнула за то, что втянула меня во все это. Эй, я вчера здесь сидела. Да, молодец. Хорошая память. Декорации могу посмотреть. Как это тупо. Молния шика. А мама бы такую легкую намутила. Как тупо она гуляет по сцене во время выступления. Ладно, подойду хоть что ли. Ну ладно, сюда взгляну еще. Я сейчас ослепну. Это как я примерно стримлю со своим светом. Я себя так чувствую. Взглянуть. Рэйчел прямо светится от довольствия, что вовлекла меня во все это. Мне так нравится ее костюм. Прям вообще. Приветствую тебя, моя владыка. Готов я сделать все, что ты прикажешь. Бесстрашный мой и благородный дух, ты выполнил ли все приказы мои о буре? Ага, самая вызывающая буря, я вызвал шторм королевский, я напал корабль. Ага, я вызвал бурю, и на самом деле это была самая вызывающая буря, которую я вызывал. Это типа, надо на стихах или нет? Там кто-то валяется вообще. Девах какая-то валяется. Столь вызывающий? Что ж, тогда спокойно я. Корабль короля лежит у берега в руинах. Мы, наверное, должны выбирать даже... это, варианты, которые в сценарии были. Кто же остался духом тверд? В сумятице, кто сохранил рассудок? Никто, сын королевский Фердинанд, сам первый прыгнул в волны, закричав, как на допросе в НКВД свет лицо. Ну, это ж театр. Блин, я не знаю, что было в сценарии, я его не читал. Че угадаем? От здесь, от полон, от внутри. И белый конь пришел, и ад следовал за ним. Если кто-то понимает, о чем я. Как-то не очень выступление. Да, мне самому казалось, что будет все как-то поэпичнее. И знаешь, тут не хватает, типа, кашлей в зале, типа, кто-нибудь там, или телефон будет какой-нибудь. Тан-тан-тан. Ад полон, допустим. Так, ад полон. По сему мне на тот свет пора. Если бы... Но Ариэль, все ли они спаслись? Так, я вроде как сейчас должна куда-то подойти. Это полон вроде. Ты же не знаешь, что это за представление. Подойти куда-то надо, говорит. Идти, я не знаю, куда подходить. Как-то тупо. Сюда? Ну что же ты, капризный дух, твой труд еще не кончен. Коль ты устал, так передышку же возьми. Ага, я устал. Устала играть в этом дерьме. Мне нужно выдохнуть. Интересно, где сидит Уэллс? Готов поспорить, просиди я тут хоть с полчаса, он все равно бы побоялся хоть что-то сказать. Или что? Китон тоже бездействует. Интересно, сколько еще людей ждут, пока кто-то другой хоть что-то сделает? О чем сидит-то? Блин, отпадный ящик. Она просто сидит во время выступления или что? Все ее ждут? Отпадный ящик. Там ничего никто не говорит-то, я не понимаю. Что происходит? На нас просто пялится, пока мы сидим. Я встать должен, наверное. Я реально по приколу сидел посреди выступления, мне надо было встать. Ай, и чё? Чё дальше? К девахе. Про ад говорили. Может, не деваху надо взять? Хочу её роль. Почему нас не поменяли? Так, тоже закрыто. Куда идти-то? К нему надо или чё? Всё ещё можно исправить. Отбитая ситуация полностью. Камень. Что делать-то надо? С ней базарить или чё? Крестик стоит.
Прошу, молю, произнеси уже свои строки. Говорит. Прошу остров корабля сего мне в качестве залога предоставив, уверь в сохранности святого короля. Что? Точно должно что-то провернуть с этой штукой. Хлестай здесь. Я не знал, что можно обойти. Все невредимы, как ты мне велела, по острову всех их я разбросал. Браво! Я бы кино такое посмотрел, наверняка было бы, это очень кринж вовсе. Ладно, надоело так сидеть. Не надо ничего играть. Новые труды? Ты шлёшь меня на новые труды? Позволь тогда напомнить. Ты мне обещала. О, недовольство. Чего ты хочешь от меня? Чего? С тобой равенство. Ни одному созданию не достичь той власти, что дана Проспере, не в силах дать тебе Яоне. Они как пара. Свободы. Свобода. Неравенство ты проиграл, как и я. Такому не бывает, сие во веки не исполню. Это ведь не ее слова, да? Что происходит? Ну ты меня навеки обещала освободить. Признать я не могла, как дорог ты мне дух. Привычные чувства я свои скрывала безразличием. Мой преданнейший дух, напарник мой и друг. Что происходит? Является ли служение мне твоей наградой, счастьем, наслаждением? Походу, это уже не роль. Конечно, госпожа, правдива мысль твоя. Сейчас любовь будет. Мистер Кит, они несут тебя тебе. Это волшебство. Тогда зачем, спрашиваю, хочешь ты свободы? Она признается в любви. Восторг не длится долго. Восторг не длится долго, я боюсь. Извиняюсь за чертов поезд. Что раз отправившись на новое свершение, устанешь от меня ты, и останусь я один. В моей ты власти, и тебя не отпущу я. Не дам тебе я в одиночку двигаться вперед, ведь равности, ревности своей сдержать я не смогу. Пусть хер мешает, да? Блядь. Пусть мешает или нет, скажи мне. Он уже проехал, но чтобы я знал в следующий раз. А, скажи мне, Оазис. Ладно, продолжим. Тогда пойдем со мной. Могу просить я это у тебя? Возьми же за руку меня, мой верный дух. Мой друг. То будет ненадолго. Я молю, служи мне до конца моих затей. Как только ты исполнишь все, клянусь тебе. Мы с острова сего отправимся в тот час. Открытая книга ляжет миру наших ног. Таким счастливым сделаю тебя, что сами мысли о свободе ты забудешь. И что же ответишь ты мне на мою мольбу? Почему у меня школа так фигово пришла? До этого все... Скажи «да». До этого всех так. Бессмерно рада я. Ступай, пока я вновь не позову. Скорее прочь лети, дела есть у меня. Спасибо, Хлоя. Хорошо сыграно. Твое старание достаточно достойно уважения, а концовка — чистое новаторство. Я сражен. Да ладно. На нее, кстати, очень похоже. Что за хрень сейчас произошла? Все было взаправду? Или мне это приснилось?
Тряхни ее себя, вставай, Миранда. Теперь позвать нам нужно Калибана, раба. Он груб и страшный, я люблю встречаться с ним, отец. Он носит нам дрова, огонь разводит. Эй, Калибан, ты грубая скотина. Откликнись, раб. Ну же, что с ним не так? Поезд не мешает, я просто перрон представил. Ночь, как сажусь на поезд мечты. Пускай на ваши головы падет. Он что, бухой или что? Ублюдок злобанной ведьмы и дьявола. Сначала я с тобой обращалась как с человеком. Ты жил в моей пещере, но потом ты дочь мою замыслил обесчестить. Че, он вообще отсюда нет? Кто это такой? Да он плачет. Дров принеси, да поживее, слышишь? Ступай же, раб. Что происходит? Это... Они слышали это или нет? Откуда эта музыка? С небес или земли? Почему жалко? Я вообще не понял, что это такое, кто это и почему он плачет. Накал страстей в этой пьесе бьет все рекорды. Что это, дух? Боже, как он прекрасен, но это лишь видение. О нет, дитя, он нам во всем подобен. И спит, и ест, и чувствует, как мы. Нет, я не подчинюсь. Предатель, вложи свои ножны в нож. И небеса и землю зову в свидетель своей любви, бескрайне, безгранично, беспредельно вас. Люблю, боготворю и чту. По бороде его струятся слезы, так дождь стекает с камышовой кровли. Освободить ты должен их, заклятие я сниму, и возвратиться снова к ним рассудок. Отреклась я от волшебства. Волшебства. Как все земные существа. Разрешите от очков силой дружеских хлопков. Блин, если у меня будет стримхата, когда, если я стану популярным, я буду устраивать, ну, с кем буду проводить, знаете, типа, театр. Ну, не абсурда, а, знаешь, типа, реплики рандомно раздавать за 5 минут, и там все играть должны будут. Ну, это, типа, стримиться будет, и все дела, костюмы там, кому-нибудь что-нибудь наденется. Театр — это прикольно, блин. А такой самодельный театр, ну, типа, еще лучше. Настоящий театр, он серьезен и весь крутой такой, а вот если какое-нибудь такое странное все, необычное и глупенькое, то это же прикольно. Почему никто не театрализирует стримы? Очень лампово, да? Кстати, вот сравни с Москвой и все остальное... Реально, чувствуется какая-то, что люди более, все равно, больше ламповых людей за Москвой. Не знаю, как это связано, может, мне просто показалось. Ну, знаешь, типа, жесткие какие-то все показались, типа того. Типа, жизнь-то там посложнее, наверное, все обманут друг друга, хотят все позлее, и все посложнее, потому что... Девчонка эта, которая встречается с ее батей. Че ей, блин, надо, а? Такая странная. Ну как тебе Оазис? Нравится Life is Strange? Прикольно же. Мне нравится, хер знает. Мне прикалывает. Боже, у Китона было такое лицо, когда ты вышла на сцену. О, да я чуть не испугалась. Я встречал самых классных людей откуда из глубинки. Это он чуть не испугался. Теперь этот чувак мне должен. Опять классная музычка. Милая игра, ну да, согласен. Много бабской хероты, ну типа тупых решений и диалогов, и событий, возможно. Но в остальном вообще классненько.
Дорогая, а что, если я скажу, что вся судьба постановки покоится на твоих хрупких плечах? Покоится. Такого на сцене со мной еще не случалось. О, да, ты была... Нет, ну ты серьезно, обожаю вечера после выступления. Они всегда такие... И именно, это такая эйфория, никаких нервяков, сплошная... Сплошной адреналин. Ну что, салага, довольна собой? Подкупает сказкой, очень тянет ей. Простужен? Нет, просто нос заложен. Он частенько у меня заложен. Чего она спросила, я забыл. Чего она спросила? Оазис, блин. Чувствую облегчение. Как ты себя чувствуешь, наверное? Все еще переживает. Отвечу средним. Я счастлива, но до сих пор переживаю за Майки и Дрю. А еще, куда мне податься и всякое такое. Сегодня тебе пришлось не сладко. Сейчас-то все весьма неплохо. Ну ладно, спектакль тоже был неплохим, признаю. Да? Он был волшебным. Видишь, его с языка снимают. Когда отвлек стримера, что он фразу был, да, это правда. Сказать что-нибудь милое, сказать что-нибудь глупое. Блин, а что выбрать-то, а? Мы играем за девочку, так что нам надо бы глупое сказать что-нибудь, но в то же время можно и милое. Я, ну, типа, если сейчас засосаться предложат, то все уже можно. Ну, до этого я с ней дружил, типа, узнавал ее, но теперь, типа, нормально, мне она кажется, можно и замутить, кажется. Сказать что-нибудь милое, сказать что-нибудь глупое. Насколько глупое? Что значит будет глупое? Ладно, пускай милое. Убедил. Ну все, стало волшебно с тех пор, как мы начали общаться. Как будто снег. О, ничего себе, я заскочил так неплохо, да? Без шуток, да? Ты сказала, что хочешь уехать и никогда не оглядываться, так что, как я и говорила, прошлой ночью... Давай сделаем это, знаю, я об этом весь день думала. Третий пройдешь, да я бы хотел. В принципе, выходной. Только не говори, что это была просто сумасшедшая мысль. Ты настроена серьезно. Я-то уж вижу, ты этого хочешь. Да, но... Когда-нибудь. Давай свалим прямо сейчас. Блин, ты все-таки сумасшедшая. Разве мы не договорились тогда на сцене? Мы не можем просто. Почему нет? Почему правда нет? Почему не можем свалить? Тебя выгнали со школы, твои родаки тебя ненавидят. Ну, ты с ними можешь, конечно, помириться потом. Но сейчас-то почему не свалить свою молодость? Хочу, я начну как минимум... Третий, я думаю, сегодня, потому что время еще есть. Так что, вот. Вот ты можешь куда-то резко уехать? Резко уехать могу ли я? Ну, я-то из-за работы не могу, поэтому... А так вообще изи, ну, то есть не была бы работа, я вообще хочу хотел очень давно, и сейчас бы хотел автостопом куда-нибудь рвануть, знаешь, без денег, без всего... В первую тачку рукой поймать и поехать куда-нибудь вдаль. Парашки путешествовать. У тебя офигенная аппаратура, где зрители? А вот нету зрителей, я не знаю, где зрители. Когда-нибудь будут. Когда-нибудь. Но спасибо, что тебе нравится. Качество. По-другому бы было бы стыдно. Так, ладно, вот мы и разговариваем, почему не можем. Про родителей. Вот это единственное, что он теряет, это родители здесь живут. Знаю, наши родители дерьмо себя ведут, но мы не можем просто их бросить. Правда. Не похоже это на Хлою Прайс. Ну, ты что думаешь, я совсем поехавшая, что ли? И во мне? А можно оба варианта выбрать-то, я не понимаю. Все, музычка пропала, серьезные разыщи сейчас начнутся. Мама нуждается во мне. Я у мамы одна осталась. Нельзя ее так бросать. Хотя ты права. О чем это я? У нее теперь есть Дэвид. Ну да. В принципе, можно же уехать. Ничего страшного. Деньги. Хоть у нас выбора-то все равно не будет. Придется уезжать. Это мы так риторические вопросы задаем. Я-то думал, ты теперь известная бандитка.
Я отдала деньги. Я забрала деньги, которые нужны были Фрэнку, но вернул их Дрю. Это она просто женщина. Шубка об Дон. Да неужели? И, блин, какая-то не очень горькое желание узнать, что об этом скажет Фрэнк. Но она няшка. Она... Да, мы разберемся с этим. В любом случае, у меня более чем достаточно денег на первое время. Отец всегда дарит их мне на день рождения. Или он платит мне за молчание. Кто знает. Еще вопросы? Биополярка. Да, это правда, Рэйчел реально немножко более поехавшая, чем все обычные. У меня тот эпизод просто первый, когда она на нее на свалке наехала и Хлою оставила плакать. Это так жестоко было, это просто пипец. Это, ну, она, блин, возле тачки своего бати потом всю ночь плакала. Так она же еще и пришла потом к ней базарить, типа не ушла. Но это было пипец жестоко, прям вообще мне нехорошо аж стало. Они реально хотят уехать, это правда. А что теряют-то? Почему в молодость куда-то не уехать? Все же нормально. Думал, ты начала чинить тот пикап на свалке, да? Я только проверял, смогу ли. А это что-то засочковало все равно. Так сможешь или нет? Смогу. Че, я лох какой-то? Че, я не механик, что ли? Я баба-механик. Конечно, смогу. Иными словами, с транспортом у нас все решено. А права, а лицензия, а техосмотр, это в Америке этого нет, это миф. Это только в России придумано. Может, ремни безопасности тоже только в России придуманы. Ладно, хорошо, ты победила. Ладно, королева дамы, куда же мы направляемся? Это ты мне скажи. В Россию. Какое же удивительное чокнутое место выдержит натиск Хлои Прайс и Рэйчел? Так, извиняюсь, уведомления нихера не видно. Шубка Абаддон, большое спасибо за фолловерство. Только для России. Всегда у тебя эх, сода, у тебя ОБС, говно. А, нет. То есть ты про уведомление, что оно не очень или что? ОБС вроде норм. ОБС это, короче, прога, через которую стримить. Не парься, техническая инфа. Вот. Куда поедем? Куда поедем? Блин, Лос-Анджелес и Нью-Йорк оба охеренные. Лос-Анджелес, наверное, более ламповый, знаете, такой. Поедем туда. Почему бы тебе не показать мне Лос-Анджелес? Идеально. 15 градусов каждую ночь. Мы с тобой гуляем по пирсу Санта-Моника. Набиваем животы едой из фургончика, курим и наблюдаем за луной, дрожащейся в волнах. Ты писал, через секунд 30 отобрался на задержку же. Обожаю это время вечера, у тебя нет ощущения, будто все возможно. Это клево. Блин, она грустит. Рэйчел помешанная, реально. Рэйчел, успокойся. Дайте ей таблеточек. Если ты не серьезно, то мне от этого хреново. Ты отписываешь то, что у меня никогда не будет. Да господи, я в жизни была такой серьезной. Реально, можно подумать, что она прикалывается. Я сейчас зачитаю, что там было за уведомление. Секунду, пацаны. Хлоя, что мне сделать, чтобы тебя убедить? Я сейчас сосемся. Так, что там было? Кимасито, большое спасибо за подписку, за фолловерство. Мурат 7755, большое спасибо за фолловерство. Типа, чуваки, вы что такие дикие, резкие, так толпой завалились. Так, браслет лучше... Так, татуху типа она сделает? Почему браслет, Оазис? Браслет типа чё? Она даст нам браслет, а татушку она сделает? Я тоже хочу поцелуй, типа, и где поцелуй? Ну, наверное, позже. А чё, или он должен был быть? Типа, если нет, то чё, мои действия повлияли с первого эпизода? Я, типа, хотел с ней сначала подружиться и, типа, узнать её, чтобы не хотел я мутить в первом эпизоде. Сейчас-то уже можно, она вроде нормальная. Это что-то очень интимное. Кто кому татуировку понять не могу делать, если... Так чё, блин, а чё, я больше-то не смогу, что ли? Ну, типа, был в первом эпизоде просто момент, когда выбираешь или дружить, или мутить. Но я подумал, что сначала надо подружить. Вот я бы взял у кого-то что-то физическое, татую, и так можно сделать.
Хотя да, ты в принципе прав. Не, ну, а если она сделает мое, там, имя там, здесь была Хлоя или типа того. Это же клево, типа охеренно. Ну, то есть это же на всю жизнь. Пускай татуировка. Я хочу татуировку, пацаны, это на всю жизнь. Пообещай мне на чернилах. Обещание на чернилах. Как контракт. Татую, это типа ай, потом и ничего. Лучше браслет. На сорян, пацаны. А чё, татуху маркером, что ли? Серьезно? Это временно, тебе нужно сделать настоящую. Ну ладно. Не знаю, я разочарован. На века. Пока не помоется. Что если бы я предложил свалить сегодня? Браслет важен был сюжетно. А? Черт. Черт. Обидно. Ну ладно, похеру. Что сделано, того не миновать, так сказать. Тату на всю жизнь. Блин, охеренно, снежок еще. Чуваки, мне кто-то звонит. Я так извиняюсь дико, но можно я, пожалуйста, отвечу? Это как странно, неожиданно. Мне кажется, что меня преследуют или типа вылавливают на стриме. Типа, как будто кто-то меня сейчас смотрел и мой номер где-то узнал. Мне уже второй раз за сегодня звонят, вы понимаете? Типа, сегодня когда-то еще днем звонили с неизвестного номера и типа сбросили. А, так это этот же номер. И сейчас мне опять ночью кто-то звонит. Чуваки, мне страшно. Меня кто-то преследует. Меня кто-то убить хочет. Вот вам и стал. Ничто не сказали, трубку взял, прошло пару секунд, типа сбросили. Говорю алло или типа того. Я просто в шоке, мне уже страшно, реально. Ладно, давайте досмотреть. Ну так, что скажешь? Снег охеренный, вот что я скажу. Очень лампово. Почему засосаться-то нельзя? А теперь пошли стащим одежду у какого-нибудь бомжа. Или что он сказал, не успел прочитать. А потом мы к чертовой матери свалим из Аркадии Бэй. Короче, нужно замочить этого маньяка. Ну, вообще-то его найти сначала надо. Блин, представляете, кто-то стрим смотрит, прикиньте, меня мониторит такой звонит. Что за номер? 00555 какой-то? Нет. Давайте я вам скажу, вы позвоните, а, чуваки? Можете так сделать? Мне-то стрёмно, я не буду звонить. А может, вы позвоните, а потом скажете мне, кто звонил? Или нет? Стрёмная херота. Короче, мы в хату пошли воровать какие-то вещи. Слей нам. Блин, что за номер? Я его гуглить даже пытался сегодня, ничего не нашел. На стриме спалить. У меня такое чувство, либо это что-то рекламное, либо кто-то меня преследует. Какая-нибудь мадам. Обиженная. ВЛС. ВЛС тебе. Блин, тут клевый эпизод начался, она что-то ворует. Ты уверен, что тебе надо это ВЛС? Фига на тебя подписалось с людей. Ну, Life is Strange, лесбияночки, они делают свое дело. Личные сообщения недоступны для... Чего? Чего? Недалеко до 100. Я, да, тоже жду. Тогда, может, что-нибудь пойдет. Когда будет время? Но что-то я занялся этим на стриме. Я извиняюсь перед всеми, кто сейчас смотрит. Давайте дальше заниматься лесбиянками, уж потом разбираться с маньяками. Правильно я говорю? Правильно. В конце стрима скину, когда прощаться буду. Все, воруем вещи у бедных людей. К чему нас Рэйч учит? Она вообще нас столько дерьму всему научила. Из-за нее мы школу вообще-то лишились. Это ее хат. А, у себя вещи стырить. Ну ладно. Тогда нормально. Роуз, Рэйчел вернулась, и она привела свою новую тёлку. Стрим выходные, выходные вечером. Ну, я и так, наверное, буду. А вот и наша звезда. Ты вовремя, ужин уже почти готов. Хлоя, не так ли? Точно, мама. Похоже, я успела произвести на вас впечатление.
определенные. Мне кажется, что ты к этому уже давно привыкла. Рэйчел, милая, ты сегодня просто блистала. Спасибо. Она на него обижена. Хлоя, ты просто обязана сегодня с нами поужинать. Она обязана? Больше стримов нужно. Посмотрим. Я приготовила цыпленка а-ля Кинг. Уверена, вы обе успели наиграть голод. Что значит, как Виджи-Линк? Что он делает? Уже ухожу. Не голодна. Ну, я не голодна. Кем ты работаешь? Дизайнер. Внизу найди инфу. Там есть, короче, немножко обо мне. Спасибо, не стоит. Я больше не по бургерам, а-ля Бургер Кинг. Это забавно. Я в курсе, мама, поэтому я ее полюбила. Хлоя, я понимаю, что мы с тобой встретились не при лучших обстоятельствах этим утром. Но раз вы с Рэйчел так быстро подружились, я просто настаиваю на совместном ужине. Согласна, Рэйчел? Да, конечно, Хлоя, пожалуйста, не присоединишься ли ты к нам за ужином? Конечно, любимая. Отлично, тогда я быстро освежусь и спущусь. Освежиться даже. Не задерживайся, а ты, Хлоя, возможно, пока поможешь мне накрыть на стол. Конечно, мисс Эмбер. Виджи-Линк — легенда, один из первых стримеров. По 10 часов в день? Что, по 10 часов он стримит? И, блин, я, короче, не буду отвлекаться на чат, на диалогах, извиняюсь. Чё, он по 10 часов в день стримит? Это типа безумие совсем какое-то, сумасшествие. Я не смогу с работой столько стримить, чувак. Я извиняюсь, если кто-то ждет стрима больше, чем... А, работаешь по 10 часов в день? Ты из Абакана, я тоже там жил, нихрена себе. Привет, Мурат, 7755. Опять пойдем мы танцевать, так сказать. Тупые рифмы. Так, ладно. Поторопись. А можно к ней заскочить? Просто возвращайся быстрее, не знаю, сколько смогу продержаться, мне неловко. Представь, как я терплю это всю свою жизнь. И, Хлоя, нам нужно продержаться до конца ужина. Попытайся не споткнуть чего-то такого. Это знаешь, и там мем такой, после двух рюмок она такая: «Эй, иллюминаты, школа, говно, вы все уроды!» Знаешь, может, Олега Тортчакова? Не, не знаю. Почему такой мем никто не делал? И где ты теперь ты живешь, действительно? А ты, Мурат, откуда? Рэйчел и правда была то еще медалисткой, да, встретила до встречи со мной. Рада, что пресекла это на корню. Серьезно? Ты рада этому? Красноярск. Нифига себе, да чуваки, тут вся Сибирь что-то собирается. Это даже странно. Нет никакого... фильтра на мои стримы, чтобы только мой регион охватывать. Все из Абакана в Красноярск. Красноярск не лучшее место из Абакана валить. С Махачкалы еще круче. Скоро Рашку все охватим. Как очистить историю браузера, а потом ни одного лога за вчера? Становление хитрожопого мудилы — пособие для чайников. Бедная Рэйчел. А, типа, мужик этот удаляет инфу. Магивар, все должно быть стыдно за этот коммент. Красноярск больше просто, ну да. Я с Украины, и что, забанить меня решил этим фильтром? В смысле? Кого, каким фильтром? Книжная полка. С батей поговорить, наверное, можно. Что за фотка? Выходит, некоторые семьи и правда ездят в Париж, они болтают об этом всю жизнь. Я бы съездил в Париж. Вот же черт, это парень, который напал на Дрю. Знаю, я правильно поступил, вернув деньги Дрю, но, блин, не хотелось бы мне переходить дорогу этому челу. Да норм, город там у меня знакомые живут. Ну, да, нормально. Просто в сравнении с Абаканом-то, как будто... Ну, знаешь, типа, если ты в Абакане живешь и хочешь куда-нибудь большое место переехать, то, по-моему, лучше еще там много еще дальше свалить. Типа, почему нет? Какой-то Новосиб. Новосиб классно. Как рыбка, память 3 секунды. Да, извини за много комментов, так что могу забывать линии сюжетные этого чата. Посмотри на фотки внимательно, семейные. Тебя ничего не смущает? Я сейчас еще раз посмотрю. Меня смущает вот это вот вообще дело. Типа, что это за херня? Он мент или что еще раз?
Бомба, город? Махачкала? Сейчас посмотрю. Но меня смущает только, как она нарисована. А так, что? Ну, жена, дочка, это... Прокурор. Так может быть, он с этой тёлкой и не мутил? Может быть, он типа дело расследовал? Она же сказала... Сказали, что она много проблем всем приносит. Может быть, он как раз расследовал тогда что-то? Меня не смущает ничего на фото, а что меня должно смущать? Вы только, чуваки, давайте без спойлеров, но, типа, вот про фото можешь, типа, мне сказать, если я что-то, ну, в упор не вижу. Хер знает. Ничего вроде не смущает. Еще какие-то семейные фотки, что ли, смотреть? Джинсы рваные, бомжар. У меня тоже джинсы рваные. Это в тысячу раз грустнее, когда ты гнусно на вид весь такой вежливый. Так может быть, он не изменял? Может, он реально для дела что-то делал? Можно пролистать чуть-чуть? Сэра Герхард. Ладно, побазарим с ним. Хлоя, чем могу быть полезен? Почему Бакани так мало хакасов? Да это же не так. Ну, хотя уже относительно... Русских просто стало больше. Хакасов-то не так уж и мало. Просто они скрываются и выходят по ночам. Если ты понимаешь, что... потому что в СССР много репрессировали. Одни русские. Да не... Ну, да не очень мало. Ну, меньше, чем русских, само собой. Но не, я бы не сказал, что очень мало. В любом случае, идешь куда-нибудь, смотришь, везде всегда встретится. Хакасы — это национальность нашего региона. Ну, а Бакан, типа, хакасский город, все такое. Ну, здесь, типа, оригинальные жители хакасы. А потом русские стали. Я как хакас говорю, что хакасов мало. Хакасы — русские, китайцы. Хакасы — это такие, знаешь, как азиаты, в общем. 11% всего живет в Хакасии. Ну, может, это так выглядит просто. Может, мне кажется, что их довольно много. Ладно, про прокурор интересно. Вы же окружной прокурор, да? Я твой окружной прокурор? Тогда я могу вам позвонить, если меня арестуют на уровне округа? И за что же тебя могут арестовать? Это была шутка, явно плохая. Этот чувак не имеет чувства юмора, я бы сказал. Хакасы большие, высокие, сильные. Что-то ты преувеличиваешь, Магивар, очень-очень сильно. Ты же наполовину хакас. Ну, понятно. Че про Рэйчел? У вас прекрасная дочь. Спасибо. Мы тоже ее очень ценим. У вас не возникло чувства, что она столь идеальна, что ее хочется просто взять и встряхнуть? Че? Так, все, мне надо потише, а то у меня 11. У меня тоже не возникало. Так что буду чуть-чуть потише и более ламповый. Ну, я так-то высокий, хакасы мелкие. Не, ну, Гиварич, не все явно... Но нахвалил себя, сидит, и все высокие, крутые, красивые, успешные, богатые. А, ну я тоже немножко хакас, так что, ну, это не важно. Пьеса. Романтика подъехала потише. Что думаете? Я считаю, что Рэйчел идеально подходила мне. Определенно, мы очень гордимся ею. Не думал, что они соберутся такое провернуть. Какое такое? Не знаю, как это назвать? Обратный кастинг? Кастинг женщины на роль мужчины? А, я-то про колдунство говорю. Я думаю, это тоже правда. Ты хакас немного? Нет, я не хакас нисколько. Мелких мало, кстати, видел хакас. Пойду-ка я. Дела не ждут, хорошо. Поболтали, мистер Эмбер. Что-то грубым достал. Эту газету. Что-то грубый мужик какой-то. Жесткий. Присесть. Не, я знаете, что хочу? Так, ладно, я пойду с мамкой поговорю. Еще надо бы подняться, успеть в душ, пока она в душе. Мало ли что. Улучшить? У меня Красноярский гроза, и град был у вас как... Мне кажется, тоже был град сегодня. Ну, типа, я подумал, что это дождь такой сильный, но я не смотрелся, но... Только стучало, как будто я подумал, что град. Так что, может, и был.
Не знаю, просто сильно как-то долбило, как будто, знаешь, градинки. Может быть, у меня мугиварч только в районе. Знаешь, такое бывает. Прекрасный допрос, ошибки в словах. Что происходит? Что происходит? Сильный дождь был? Ну ладно, как скажешь. Спорить не смогу, не видел. Но мне так показалось. Что она... Она решила или просто так покрасила на рандом? Всякий кроссворд можно решить при помощи крестного значения. Чего? Чего? Вы поняли, как она это сделала? Что-то я не въехал. Статья какая-то. Что-то с этой фоткой не так. Надо исправить. Не могу тягнуть, пока мама Рэйчел стоит прямо тут. Она 100 пудов меня спалит. Ну и не надо тогда. Я тоже не понял. Сверхразум. Это действительно женщина. Просто, понимаете, у них по-другому все решается. Они думают, что кроссворды — это, короче, квадратики, которые надо закрашивать. Какую-нибудь фигурку. Здесь типа крестик. О, я выиграл. Крестик получился. В слова, главное, не попасть, короче. Здрасте. Хлоя, я так рада, что ты сегодня к нам присоединишься. Она похожа на какого-то персонажа из GTA 4. Накрыть на стол. Ну что, займете меня или как? Да, не могла бы ты взять 4 тарелки из буфета и поставить их на стол? А если я не могу, посчитать до 4. Что, прости? Вы спросили, не могла бы я... Супер тупая шутка, никогда в жизни не шутите, если вам придет это в голову. Не могли бы вы. Ладно, Хлоя, ты же накрыла на стол, не разрушив процесс чего-нибудь брака. Пустяков-то делится. И я сонный, поэтому делаю опечатки. Посмеялся. Да, кем ты родишь в край или учишься? Так, понятно, это вы там у себя уже. Ну ладно, 4 тарелки, короче, надо посчитать. Главное не пересчитать. Никаких скелетов, зато много сверкающих тарелок. Мне Майк пишет. Привет, Хлоя. Даю. Дрю перевели из операционной, еще страдает, но все нормально. Операционная. Твою ж Майки, мне жаль. Все нормально, ты осталась со мной. Плюс ты спасла наши деньги, за нами должок. Хотелось бы мне еще как-нибудь помочь. Эй, Стив сказал, ты играл в пьесе, чего? У меня был загруженный день. Как у любого героя. Етить, еще и героем стал. Шок, кому вопрос проучу. Так, все, вы там уже с собой, слишком путаете меня. Так, откуда начинать? Я услышал, что ты участвовала в буре. Ага, похоже, на мне все держалось. Все стали писать, прикиньте, кто-нибудь там начал, и все. Ход на вере, все говорят, что постановка была потрясная. Получи 2 медальки за сегодняшние хорошие дела. Дрю в норме, Майки тебе еще напишет попозже. О, блин, держу кулаки за них. Мне он написал уже. Взять. Так, 4. Марш за стол, скажи просто, какой... Блин, вы задолбали. Надо это, сделать как-нибудь, чтобы вы в чате это обсуждали. Ой, то есть в личке. Так, куда поставить? Куда надо поставить? Где там стол? А, вот он. Тарелки. Так, ну все, вроде 4. Че там мама пишет? Хлоя, мне позвонила мама Джастина Уильямса. Ты сегодня играла в пьесе? Хотела бы я на это посмотреть. Да как-то так получилось. Знаю, это было спонтанно. Рада, что все хорошо. Было бы неплохо увидеться вечером, ты приедешь домой? Пожалуйста, Лоя, я скучаю по тебе. Блин, маму жалко, она пипец неплохо обходится. Она ей ничего плохого не сделала. Ну, мужика нашла, она что теперь, ей подыхать, что ли, пока она не померла? Чем ей старости ждать, и все? Что-то это бред какой-то. Ну, то есть, позвонила бы хотя бы, написала. Что написать-то нельзя, что она молчит? Как это так получилось? Че к чему? И захахали ее, поссорилась. Ну нахера? Зачем открыть? Что там, поставить что надо? Стример, у тебя жизнь есть. Ты из дома 10 часов робишь и еще стримишь.
Да, есть, я же не каждый день стримлю почти. Ну, сейчас она немного облегчилась, потому что я кое с кем расстался. Но это по секрету, никто не должен об этом знать. И вот, времени чуть больше прибавилось. Поэтому, вот. Ну чё, я так сказать, если хочется чего-то достичь, придется на это потратить явно какое-то время. Поэтому, чуваки, пользуйтесь, так сказать, смотрите. Можете поддерживать. Может быть, когда-нибудь я смогу не работать по 10 часов, а просто посвящать все это стриму. Я тут буду чуть ли не театры тогда устраивать. Идей дофига, но времени вообще никакого нет, ни на какую реализацию. Мама святой, ежа, мы его жизнь. Ну как? Вот кто тебе звонит? Баба, мне это уже нравится. Реклама Twitch Prime. Привет, Дак, Рональд. Добро пожаловать в чат. Так, надо у Роуз, то есть ее матери спросить, что надо-то? Yes, Chloe. Что дальше? Plates. Тарелки Check. Готовы, еще что-нибудь? Anything else? Actually... А знаешь, будь умницей, спроси у мистера Эмбера, что он хочет выпить за ужин, нихера себе. Буду умницей. Это очень странно звучит. Поговори с Джеймсом, пока я воздерживаюсь от использования слов изменщик и засранец. Все должно быть в порядке. Блин, да он стоп просто не изменяет. Просто какая-нибудь херня неправильно. Пойду бутер сделаю. Давай, возвращайся. Напиток. Чем балуетесь, мистер Эмбер? Такой тупой вопрос. Ваша жена хочет знать, что вы будете пить. Чем балуетесь, чат? Один чаем, другой бутером. Можно раз, два, три. Херес? Потешно. Хлоя, возможно, ты сможешь помочь мне кое-что понять. Херес, ха-ха, смешно же. Мы сразу волнуемся за Рэйчел. Вчера она была сама не своя. Что потом с ней происходит? Просто она влюбилась в меня. Не считай меня. Не считай моего плохого поведения, которое на ней сказывается, вы хотите сказать? Еще одна шутка. Вы мне скажите, этим утром вы с Уэлсом, похоже, были только рады в это поверить. А ты так и хотела нам подыграть. По моему опыту, люди придерживаются такой тактики, когда хотят кого-то прикрыть. Рэйчел сама за себя отвечает. Она несет ответственность за свои действия. Я совру, если скажу, что ваша дружба меня не беспокоит, но, быть может, ты именно то, что необходимо Рэйчел сейчас, когда она плывет сквозь бурную реку своей юности. Ты первую часть проходил? Да, мне она понравилась. Прикольная была. Спасибо. Я бы, может, ее даже перепрошел. Ну, типа, сейчас же вторая часть еще выйдет, когда там, не помню. Я бы после этой, может быть, если нормально пойдет, то прошел бы. Клево, когда не обязательно проходить, знаете, типа, новые игры, которые тебе не очень вкатывают, но ты их проходишь, чтобы тебя кто-то заметил на Твиче. Хотя я так уже давно не делал. Последний был вампир, наверное. Что выбрал? Город или Хлоечка? Дай вспомню. В сентябре вторая часть? Ну, это близко довольно. Август, сентябрь. Город или Хлоечка? Чё же я выбрал? Дай вспомнить. Блин, я не помню, честно говоря. Я, кажется, город выбрал. Типа там спасти надо было или весь город, или Хлою. Наверное, я город выбрал. Давайте, я даже не хочу сильно вспоминать, на самом деле. Я забыл и хорошо, не буду спойлерить себе ничего. Мне думать-то не хочется, чем этот эпизод закончится. Поэтому лучше об этом не задумываться. Я стараюсь отключить часть мозга, отвечающую за спойлеры и предыдущие части, чтобы было интереснее проходить. То понимаете, если там смотришь и думаешь о том, что кто-то мог не выжить, и все это, бла-бла-бла, все, проехали. Семейные фотографии. И у меня, и у Рэйчел было счастливое детство. Просто мое, видимо, закончилось немножко пораньше. Красиво говорит. Картинка, конечно, страшная, просто пипец. Могли бы получше арта найти. О, я думаю, это оригинал. Да, всем насрать. Батя на фотке толстоват. Не знаю, не обратил внимания. Часики. Вот это, да, интересная семейная реликвия. Чё? Ещё раз что-то было? Там было два как будто. Нет?
Что-то еще мелькнул. Наверное, нет. Ладно. Не все мы идеальны. Так, батя сказал, что будет пить, правильно? Что надо сделать-то? Где мне питье взять? Холодильник? Батя что-то сказал, что надо пить. Или что? Я затупил. Я забыл с вами. Болтаем. Херес точно вам сказал. Мистер начальник возжал хереса. Благодарю. Рюмки в серванте с китайским фарфором. Можешь поставить одну на его место? И как же мне добраться до Китая? Как же она тупо шутит. Пожалуйста, Хлоя, прекрати. Пожалуйста, замолчи. I got it. Почему Сибирь с маленькой буквы? А я не знаю. В описании. Я не знаю. Так получилось. Я обращу на это внимание. Рюмки для хереса. Да, задачка не для моего ума. Давайте загуглим, что такое херес. Ну, пацаны, ну я не могу уже без ведения жить в таком. Херес. Сны фигуры, бла-бла-бла. Сейчас скажу вам, что такое херес. Крепленое вино, производимое в Испании из белого винограда в треугольнике между городами, что-то там. Идеальный напиток для наших широт и согревает, и душевности нагнать умеет. Крепленное испанское вино, производимое в регионе Андалусия и контролируемое по происхождению. Вот так, чуваки. Добро пожаловать на образовательный портал Mike vs. The World Channel. Да, Изабелла это в коробке за сотку. Надо бы поставить на стол. Давай. Ставим. Перед моим домом ветер только что сломал верхушку дерева. Нихера себе, у тебя там витрина. Что-то жестко. У тебя там инет не отрубится. Комп не сгорит. У тебя не гроза там. Так, дальше что? Где херес взять? Рюмки-то я поставил. Yes, Chloe? Еще что-нибудь? Дальше я уже наловчилась. Остался последний шаг. Ты наша гостья, и поэтому тебе выпадает честь зажечь свечи. Зажигалка лежит в... У меня есть своя. Это ты зря. Когда не знаешь, когда придется зажечь свечу, да? Хлоя, замолчи. Это просто образец готовности. Да. Или скурившаяся тёлка, которая портит мою дочь. Подумала бы она. Пора зажечь свечи и слегка окультурить это местечко. Оазис под баннерами всяким, не ходи фонарями. Да чел, он же из дома стрим смотрит, какие фонари. У меня крепкий дом, и я в глубине комнаты, молнии не убьет. Не, просто время молнии, компы сгорают, если что. Ну, сейчас-то уже не очень, у нас блоки питания современные, нормальные. А вот все, что попроще, может погореть к чертям. Если дом начнет разрушаться, то встань в проходе между комнатами. Мы продолжаем наши стримы на образовательном портале Mike vs. The World Channel. И сегодня у нас техника безопасности во время шторма в Украине. Вся в комнате шаровая молния зайдет. И все, минус зритель. Вы испугали Оазиса, хватит его мучить. Вы милые очень. Так, чё, я, чуваки, давайте уже что-нибудь сделаем. Чё надо сделать? Там надо было налить хереса, я это сделал, мне свечи надо было зажечь. Надо хоть немного-то пройти, а то я так не допройду. Сегодня третьего эпизода не будет. Уже поздно. Семья Эмберов и огонь. Что же может пойти не так? Кто-нибудь может сгореть. Мне самое важное, о чем я сейчас думаю, это соседи, если что. Блин, я не успел к ней в душ подняться. Вот что пропустил. Кто же знал, что это последнее, что мне скажут сделать? Может быть, я бы успел заскочить к ней. Флэш остался? Да, есть еще. Кстати, спасибо, что напомнил. Я потерял. В одном классе? Она что, забыла? Она же была на собрании, где меня отчислили к чертям из-за ее дочурки. Соседи, ты не один живешь? Один, но в доме-то не один. У меня не частный дом. Флэш — это говноэнергетик. Да, это флэш — это говноэнергетик. Я его по скидону взял. Мне плевать, какой энергетик.
Главное, чтобы я после работы на стримах не подыхал. Еще я кофе столько хлебаю, мне кажется, я посажу к чертям себе все с таким образом жизни. Боже, нектар. Я живу один, но в съемной хате, но соседи как бы все равно есть. Ладно, больше нет, вообще-то. С утра больше нет. Боже, прости меня. Как ты могла забыть? Ничего страшного, их и не было. А этот пожар? Ужин очень вкусный, мам. Это она подожгла, если кто-то не в курсе здесь. Ну, то есть она психанула, пнула урну, подожгла все к чертям. Огонь так быстро распространился, никогда не слышала о подобном. Ну, никто об этом не знает. За 60 рублей энергетик априори не может быть божественным. Ну, он же божий, так что все может быть. Кофе хлебаешь. Арго, просто бывший бариста сразу видит родную душу. Чего? Серьезно? А как ты увидел по мне, что я пью, хлебаю кофе? Ну, давайте чат, раз уж я на вас перебиваюсь. Чего они там сказали? Я все забыл. Чего он меня спросил? Про кого он меня спросил? Жуткие страны. Ну и комментарии. Можно сказать, что он нормальный? Про кого речь-то вообще? Пускай странный. Или что? Или вы тоже нихера не увидели, наверное. И все, пофиг. В голове еле укладывается. Говорят, такой пожар можно было устроить только в пылу эффекта. Ой, как много комментов, сейчас не успею. Не знаю, вы мне скажите. 10 часов работы и стрима, ты как наркоман выглядишь. Иди нафиг. Вызывает беспокойство, разумеется. Последние доклады от главного инспектора предполагают пожар. Поджог? Кому это вообще нужно? А, поджог. Точно без кофе не обойтись. И да, просто мешки под глазами. Аркадия Бэй не защищена от язвы современного общества. Да пофиг на игру, мы тоже фразу просрали. Представить не могу, насколько тяжелыми были для тебя последние дни. Вы с Рэйчел стали подругами. Я хочу, чтобы ты знала, что наш дом всегда для тебя открыт. Как жестко. Вы задолбали про мои мешки говорить, я теперь буду стесняться и закрываться чем-нибудь. Хорошо сказано, дорогая, в наши нелегкие времена мы в первую очередь должны помнить о самом важном, о семье. Чуть кот не спалил на сезонник. Семья — это не просто дар, это ответственность, и потом о своих близких необходимо заботиться и никогда, ни при каких условиях, не принимать их как должное. Поругаться? Нахера мне ругаться? Ладно, это милые мешки под глазами. Так, лучше немного. Да ладно, пофиг, поперечный же ходит с мешками, он популярен. Так что я тоже могу не стесняться. Дак Рональд, спасибо за фолловерство. А тебе мешки через карточку видны. Спасибо, спасибо, всем большое спасибо. Мне что, теперь очки солнцезащитные надевать? Все, идите нафиг, закрыли тему. Мои мешки не обсуждаются больше. Рэйчел надо успокоить. Чего вы ее мучите? Ух, да, правда, правда. И еще помни, Рэйчел, каким бы мерзким ни было на дерьмо в твоей жизни, ты всегда можешь убежать от того, что тебя беспокоит. До тех пор, пока держишь себя в руках. Интересная философия, Хлоя. Да, именно. Хотя я бы не стал ее одобрять. Я предпочитаю встречаться со своими проблемами лицом к лицу, но каждому свое, полагаю. О, да, отсоси. Офигеть! У тебя мешки через... Твои мешки нужны... Нужны два грузчика. Да, спасибо большое. Одним из них будешь ты. Мне кажется, можно в эти мешки двух котов спрятать. Вы задолбали меня. Все, идите нафиг. Я буду игнорировать эти фразы. Объясните. Это просто наша личная шуточка. Нет, ты цеси мне, Рэйчел. Хлоя, хватит. Я не могу больше сидеть и выслушивать этот бред. Прекрати, папа, ты лицемер, ясно? Я знаю. Ты говнюк, изменяющая и врущая сволочь. Что, прости? Мы видели тебя вчера в обзорном парке. Жесть. Целующим ту женщину. Рэйчел, дорогая, что бы ты ни видела или тебе показалось, что видел, знаю. Это сложно. Но тебе нужно поверить мне.
А где вариант «извинись»? Нету. А с кем она хавает? В смысле, с кем она хавает? Это семья и подруги ее. Ты вообще ни за чем не следишь. Ты что, за двух телок играешь? Нет, за одну только правую, Хлою. Про что вообще игра? Мугиварч, иди нафиг, иди в Google. Иди смотри записи стримов. Показалось, что видели. Доверие. Без обид, мистер Эмбер. Но я думаю, со своим глазам мы верим больше, чем вам. Они видели, как он сосался с другой. Достаточно, тебе больше ни рада, ни здесь, ни рядом с моей дочерью. Я с первой же встречи прекрасно понял, кто ты такая, и позволил себе поддаться состраданию жены. О, ну и кто же я такая? Хулиганка, разбитая девочка у разбитого корыта. С меня хватит, Джеймс. Я не позволю тебе дальше с ней так говорить. Я извиняюсь, что это потише говорю, не эмоционально, но я буду потише говорить, потому что соседи, так что разочаровывайтесь. Охереть, сейчас опять психанет. Сожгет сейчас свечами дом, отвечаю. Скриньте. Я могу максимум 15 минут смотреть стрим любого человека. Да мне надо нарезки, что кто-то делал. Почему ты не можешь просто сказать мне гребаную правду? Хватит врать, перестань быть политиком хоть на чертову минуту. Ты что, не можешь быть просто моим папой? Он целовался с другой, если кто-то не видел. И типа он... Женщина, которую ты видел, она не моя любовница. Она твоя мать! Серьезно? Охереть! Охереть, что замутили-то, а? Реально cool story, бро. Сейчас будет охеренная музычка. Охереть. Мать ее говорит. Она же какая-то дурочка совсем. Девочка у разбитого корыта. Это очень жесткая фраза. У нее отец... Блин, жесть, правда. Я даже не подумал об этом. Фраза реально супер жесткая. Ты наркоман, все про торговлю. Ужас. Это че, мужика, которого избил он. Даже если он не изменял, типа, девочку разбитого корыта, это пипец жесть. Да и жена у него есть, какая разница. Че, с ней сосаться теперь можно, если она ее мать? Мать жалко, пипец. Тупые варианты, можно только выбирать. Не приходит ничего. Я хочу сказать то, что детей на семейной фотографии обычно ставят посередине. А почему тут не поставили? Он каждый обнимает по отдельности. Игра про девочек. Да, спасибо, Рональд. Отличный комментарий. Это вот с ней он сосался, если что. Это ее мать, получается. Блин, она похожа же. Life is strange before the storm. Ну, чисто... Ай. Жесткач. Слишком жестко закончилось. Не первый эпизод, я чуть не сдох от трагичности, но второй это еще хуже сделали. Ужас какой-то, пипец. Стремно. Это получается... Даже не знаю, чем все закончилось сегодня. Все закончилось тем, что... Мать Хлои печалится все из-за тупой девчонки, которая не может позвонить даже и прийти домой, блин, в родной дом.
из-за потому что она обиделась якобы, что мать мужика нового нашла. Ну и чё, блин, такого-то, я не понимаю. Ты чё, счастья своей матери не желаешь или чё? Потом чё, с этой Рэйчел мы замутить не смогли почему-то. У меня вообще такой страх, что я больше никогда не смогу с ней замутить и буду только дружить. То есть Джеймс показывает, что это его девочка даже с женой не делит дочь свою. А-а-а, нихера себе. Ну это супер странно даже. Игра реально милая, мне понравилась. Вот такого бы в России не было бы. С своей действенностью. Я понял раньше, что тут с матерью не то что-то. В смысле, с родной матерью? Как ты это понял? Поясните за мать еще раз. Ну, получается, ты видел вот эту блондинку в конце? И видел семью сейчас, которая за столом сидела? Ну и, короче, оказалось, что это не родная мать, с которой за столом сидели, а батя, которые видели девчонки, как сосался с какой-то блондинкой, они думали, что он изменяет жене, а оказалось, что это ее биологическая мать. Ну, то есть он, по сути, все равно изменяет, но этой матерью еще оказалось. Жескач. Ну, если я достаточно ясно объяснил, я могу тупо сказать, конечно, и не заметить. Че еще? Ну, тупо дорожку пусть говорят, да если не жестче. Да по фото еще сразу подумал, что слишком похоже Сэра с Рэйчел. Я вообще даже не задумывался, что они похожи. Ну, типа, сейчас, да, реально вижу это, что сходство есть и очень такое нормальное. Блин, офигенно, мне понравилось. Игра классная, мне нравятся такие. Я люблю сюжетные игры. Вот, ну, что за... Не было... Вот какие эмоции ты получишь от того, что ты стримишь какой-нибудь PUBG или там... Не знаю, да любой шутер, мультиплеерный, я, это не мое, вот это вот все. Ну, то есть это можно повеселиться в компании, конечно, но, блин, такое, блин, посмотреть, это же охеренно. Походка та же самая, ну, на это я уже точно не обращал внимания, ты офигеть, походу, внимательный. Я сам внимательный к играм, ну, типа, люблю мелочи красивые, но ты, походу, вообще упорот на всем таком. Че еще? Мы в постановке Хлои сыграли, потом... Мы отравили наркотиками девочку, которая хотела нас отравить, забыл, как ее зовут. Но мы ломаем тебя на трэш как-то. Очень много получишь. В смысле получу, если буду онлайн-игры стримить? Да пофиг на получку, если придется какое-то не очень стримить. Я же радости не получу, значит стрим будет говно, значит никому это не будет нужно. Да нет, трэш-то какой-то я не против сам пройти, ну типа если он смешной только будет. Будут как-нибудь такие дни стримов, когда я трешак какой-нибудь буду проходить. Чего еще было за сегодня? Много событий, на самом деле, для одного эпизода. Их всего три, правда. Просто единственная трабла в том, что такие игры крайне мало делаются, а в онлайн игры годами рубишь. Ну, тоже верно. Но в то же время игр-то уже сделано немерено, поэтому я могу перепроходить старые когда угодно. У меня есть, ну, очень много игр и серий целых, которые я хочу перепройти, допустим, на стриме. То есть для себя перепройти, но еще и круто на стриме с вами, толпа ребят классных, и эмоциями какими-то так поделиться и все такое. Хорроры хочу играть. Посидели с тобой пару часиков в событии, как выходные прожили. Блин, в натуре. Есть такое чувство. Прям реально. Ну, как будто сами потусовались, да, в театр сходили, там еще что-то. Уже скач. Ну, закончилось, конечно, все просто нереально. Че? У меня 23:46. Будем следующий эпизод проходить, нет? Че думаете? Только давайте, если вы, ну, типа, если вы будете сидеть, хотите смотреть, все такое. Если все сейчас свалят, а я начну, то это будет тупо. Спать, но я немного так хочу, флеш есть, так что... Давай завтра, ну, давайте это голосование какое-нибудь. Я могу завтра, могу сейчас. Ну, я весь, конечно, сейчас не пройду, может быть, но какую-то часть... Какой же саундтрек классный.
Да, это, чувак, я жду, пока вы просто напишите, что будем делать. Завтра во сколько? Сколько у тебя времени сейчас? Времени у меня сейчас 23:47, типа много. Укройте пледом, ты жив. Да, я жив. Ну просто немного, ну типа отвлекся на телефон, отдохнул, я же тоже немного устал. Группа Дотор песни написал. Я хочу весь саундтрек скачать себе. Что в первой части, кстати, очень были классные песни, что во второй саундтрек, это прям вообще шикарная штука. Для Лиз BTS. Я не знаю даже, кто такие Лиз BTS. Группа Дотор. Что-то знакомое, на самом деле, но не слышал. Вроде как, уже не помню. Давайте это, голосование, как на нормальных каналах. Короче, давайте так. Ну, я вижу разные мнения, есть разные решения. Подождите, давайте это. Сейчас, подожди, никто, ничего не слушайте. Я сейчас сам скажу, какие цифры, что писать, чтобы мне понятно было. Короче, кто хочет, внимательно слушаем. Кто хочет, чтобы сейчас мы начали третий эпизод, не факт, что пройдем, но может быть, пишите один. Кто хочет, чтобы завтра, пишите два. Завтра, ну, примерно часов, знаете, во сколько? Так, 16, 15 по Москве, типа того. Один, кто хочет сейчас, два, чтобы завтра. Не крутить титры? Чё, типа, забанят за музыку? Ладно. Пока вы это голосуете, давайте посмотрим. Да Оазис, чел. Ну типа я говорю, что можно. Ого, 8 секунд. Я понимаю, это жалеть, конечно, хорошо меня, но мы же сейчас клево сидим. Я бы мог и пострадать немного. Ну чё, так, ну вообще-то это... Третий эпизод кайфовый. Ну, очень здорово тогда. Ну, походу, двоек-то больше. Так что, походу, мы завтра встречаемся. Страдай хорошо. Все, кто что думал, написал. Одна, две, три. Бонусный, да, есть. Чё, предлагаешь бонусный поиграть? А, типа основной завтра? Так-то хорошая идея. Или чё? Чуваки, появился третий вариант. Пройти сейчас бонусный, он, видимо, не обязательный и не такой долгий. Или чё? Или он долгий? Раз, два, три. Три двойки и три единицы. Вы задолбали, вы даже тут определиться не можете. Вы в Рик и Морти видели с неопределенной вселенной? У нас сейчас то же самое. Бонусные, вишенка на торте. А, ладно, тогда не буду. Потом, блин, следующий бы начали когда-нибудь. Чуть попозже. Там, блин, этот Fallout еще хотел пройти. Но он не такой, конечно, ламповый. Я хочу Walking Dead и все перепройти от Telltale. Вообще все игры Telltale хочу перепройти. Мне такое нравится. Ну, это не обязательно их, но сейчас что-то настроение такое после Life is Strange. Что-то так нравится. Блин, чуваки, ну не знаю, короче, что, мы будем играть или нет? Вы не дали мне конкретного ответа. У меня вопрос вообще не помог. Давай бонусным тупо на поплакать. Нет, если плакать, то на следующем. Я луна тогда? А кто не знает, насколько долго игра про этого Капитан Дух? Кто не знает в чате? Может быть, она коротенькая совсем? Ты сам хочешь на DL? Да я хочу, но с другой стороны, не хочу. Да нет, просто если... Ну ладно, если пофигу, если, короче, вы смотрите... Давайте пока это... Только если сваливать будете, вы скажите там пока, типа, все дела, чтобы как-то нам... Ну, это... Ну, чтобы я понял и тоже сваливать стал. Сам хочешь с нами остаться? Один час? Один час? Так быстро проходится?
А может быть, Капитан Спирит поиграем тогда, а? Или нет? Или не стоит уже? Или не стоит? Кто не шарит про Капитан Спирит? Ну, это типа игра во вселенной Life is Strange, между прочим. Она вышла просто недавно совсем. Думаете, го? А завтра, типа, начнем с чистого листа, эпизод 3. Не шарим. Ну, это, типа, то же самое, только про пацана, а не про девочек, знаете, типа того. Давайте, ладно, это тизер второй части. А таймлайн не сломается, если я его сейчас пройду? Он не сильно связанный? Блин, музычка как спит. О, новая менюшка, зацените, кайфовая, пожар потух. Какие классные меню, прям вообще любой экран ставь на заставку. Все, чуваки, решили. Я играю в этот. Да. В Капитан Спирит. Только надо перезапустить стрим, только вам надо подождать. Знаете, сколько, минутку там. Типа того. Я игру поменяю и перезапущу. Вот. Поэтому давайте вы чуть-чуть тогда подождете меня, окей? Все, ждем, хорошо. Сталкер какой-то. Жизнь Макс Колфилл, 2013. Этому мальчику 9 лет в 2017. Это уже типа после всего. Ладно, пофиг тогда. Давайте поиграем в него. Сейчас перезапущу. И оставайтесь на связи. Минутку, сейчас стрим немного упадет. Если сам не запустится, обновите страничку. Все уже должно работать. Все, раз, два, три.